Всем привет, я так понял, запись нормально. Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 15 июня. Да, в новом формате. Я перебрался, блин, на лоджию, блин, на лето. Повесил кондиционер, теперь я могу курить, блин, всю ночь на, блин, за компьютером. То меня напрягало, понял, что нужно через спальню постоянно ходить, дергать дверь, чтобы покурить, блин. А я же ночами, блин, не сплю. Поэтому я решил, блин, сделать по-другому немного. Чуть-чуть оборудовал лоджию, понял, под это дело, а под меня, офис. У меня тоже балкон вот этот, такая большая лоджия, но я что-то это не готов пока ничего перестраивать. Но я не курю, мне нет необходимости. Ну да. У меня больше, у меня тут все открыто, все эти комнаты, мои, там дверей толком нет, половина, это самое. Все это, и тут народ ходит, вот с этим больше проблемы. Изоляция, изоляция какой-нибудь. Кабинет сделать, обклеить этими черными вот этими поролоном, а без звука что ли. Такой, да. Микрофон уже поставил, а всего этого нет. И мне товарищ, я говорю, ну что, как, лучше звук стал? Да, лучше, теперь, говорит, вообще все слышно. Что, говорю, в дальней комнате у тебя происходит, ему неизвестно, что лучше. Ну да. Рассказы про Львов. Сегодня у нас тема Львов. В принципе, все эти форумы, вообще мероприятия, сбор собрания народа, я так понимаю, правильно же? То есть для чего мы вообще собираемся? Цель. Какая цель у нас? Ну, смотрите, я, в принципе, хотел вам рассказать, как ребята вот так вот на коленке, без особой подготовки, имея доступ в Facebook просто, да, сообщество, которое, в принципе, каждый из нас имеет, да, вот так вот вроде аматорски, да, но сделали, на мой взгляд, то есть я опытный посетитель семинаров различных обучающих, там, конференций, да, на мой взгляд, это сделали очень на высоком уровне, то есть я им отзыв свой лично оставил, лично с организаторами общался. Но, как по мне, это было круто. То есть, со старта, ну, классика, то есть, да, конференц-зал, да, в отеле. Со старта собрать 129 человек, да. По-моему, 10 спикеров было. И так как они за два мероприятия проходили, то, что меня впечатлило с самого начала, то есть, за день до мероприятия мне уже позвонили организаторы, там, когда вы приезжаете, во сколько, нужно ли вас встретить на такси, там, на машине, на вокзале, поселить ли вас в гостиницу, то есть, ну, вообще безупречно, в этом плане я удивлен был, на самом деле. Ну, так как мы с самого начала планировали, что это будет, мы снимем квартиру, с супругой я ехал, с партнером, я люблю центр, да, Львова, очень люблю этот город, поэтому я так по своей программе решил просто взять, снять для себя. Ну, квартиру, там, где мне удобно географически. Хотя, как оказалось, этот отель, в котором проходило мероприятие, оказался, ну, реально в самом-самом центре Львова, в историческом. Все в 5-минутной доступности, площадь рынок известная всем, куча заведений. И, ну, собственно говоря, это очень было хорошо. Ну, и в дальнейшем уже, в принципе, когда приехали мы туда, светлый такой большой зал, плотно, битком забитый людьми, то есть реально все, кто хотели, приехали. Даже там ребята там справлялись с выпускниками, которые хотели в последний момент. С Молдовы ребята приехали, с Беларуси были люди, с Украины, с многих городов, с Харькова ребята были. Ну, то есть, интересно было мероприятие. С самого начала оговорюсь, как по мне, мероприятие было, хоть и тема Амазонова была, да, оно больше было заточено и полезно, наверное, все-таки дропшиппингом тех, кто занимается и онлайн-арбитражу. То есть в основе лежало именно докладчики и материалы, которые больше несли ценность именно для этих ребят. То есть нас по приват-лейблу было два докладчика, Данильченко и я. И Данильченко делился опытом своего создания там приват-лейбла, да. Мы постарались с Андреем, с моим партнером, какую-то более-менее такую полезную инфу вложить в разряд какого-то такого доклада, вопрос, ответ на, вернее, обозначить какие-то самые такие серьезные моменты при запуске Privat Label, при дальнейшем, как там тяжело, не тяжело это дело. И, собственно говоря, больше отвечали на вопросы, которые люди задавали. В итоге там наш доклад плановый должен был быть 45 минут, да. И мы докладывали где-то, ну, с вопросами и ответами где-то час 45 это продлилось. То есть за счет обеда люди решили не идут на обед,
И тем самым старались они это выслушать до конца. Было очень приятно, конечно. Многие люди так тоже обратили внимание, наш доклад закончился, они взяли чемоданы и поехали домой. Ну, то есть там еще за нами было еще два докладчика по дропшиппингу, по автоматизации бизнеса. И, собственно говоря, вот так вот. Некоторые люди с дропшиппинга передумали на приват-лейбл и решили перейти. Сказали, все, хватит, баста. Там двоякая ситуация. Получается, что есть ребята, которые занимались дропшиппингом, теперь планируют на онлайн-арбитраж. Есть те, которые занимаются онлайн-арбитражом, они там планируют параллельно запускать приват-лейбл. Есть, не обманул, ребята, которые занимались приват-лейблом, сейчас находятся в критической ситуации, застряли и смотрят, все-таки выдернуть деньги и пойти в онлайн-арбитраж или дропшиппинг. То есть разные истории. Очень много в кулуарах, там, на перерывах после этого общения было, люди подходили, делились своими проблемами, своими успехами. Истории у каждого свои, то есть, ну, на самом деле, важно то, что на это мероприятие люди вот так вот просто, его же особо нигде не рекламировали, то есть, там, это не такие звездные, там, какие-то докладчики, там, чтобы там съезжали со всей Украины. А на самом деле просто это говорит о том, что тема Амазона популяризируется в Украине все больше. И мы видели, 80% в принципе участников, ну, гостей этого мероприятия, это были ребята из западных областей Украины, которые по каким-то причинам не могут до Киева добираться, да. Но это не помешало другим оставшимся там 30-40 человек, которые с разных уголков Украины приехали, да. Тема Амазона популярна, тема Амазона интересна, она все больше интересна становится. Ну и потому, когда мне позвонили ребята и сказали, выступи, пожалуйста, поддержи это наше начинание. То есть они мне не говорили, что они там денег мне дадут каких-то, или что просто поддержи. То я, в принципе, не задумываясь, согласился поддержать подобных мероприятий. Чем больше Amazon популяризируется в Украине, да и в СНГ в целом, тем больше нас становится, это семейство там амазонщиков, да, тем больше людей с богатым опытом, с лучшим опытом, даже чем нас, с которыми можно делиться, там, общаться, узнавать какие-то новые фичи. Ну, мы все должны понимать, что да, там вот Денис там, да, собрал там группы, уже там больше, ты видел, там 10 тысяч уже отпраздновал, да? 10. Да, ну вот, это тоже труд, это 10 тысяч людей, которые так или иначе интересуются Амазоном, уже там многие запустились, некоторые еще думают, но, блин, это сила, сообщество 10 тысяч, это уже очень много для такой узкой специфики. То есть я не знаю, как в других группах, там eBay, там, да, еще какие-то там направления, но это круто. И я только рад, да, всячески буду навстречу идти там, освещать совершенно бескорыстно там те вопросы, которые людям интересны, отвечать на вопросы, потому что чем меньше ошибок, ну, или в процессе, чем меньше там вопросов у людей, тем они успешнее. И приятно на самом деле, чтобы тебя окружали именно успешные люди. Да они сами помогут потом. Просто вот эти успешные истории, они вот там, я не знаю, юристами воспользовался удачно, правильно, поделился этим опытом. А, там, сейчас вот, например, проблема сертификации огромных количеств товаров различных. То же самое. Кто-то какие-то другие сервисы там рассказывают интересно. Это же интересно на самом деле. И нам они подскажут просто. Подскажут и помогут где-то в каких-то моментах. Для этого, в принципе, общаемся. Единственное, действительно, очень мало людей, я вот особенно сильно заметил, потому что я их сам знаю уже. Раньше не знал, а сейчас знаю. Те, которые реально успешны уже. То есть, которые уже там перевалили там за 2 сотни там, в месяц оборота. Они реально, когда продавали на 10, там на 20, они сильно суетились. Когда стали на 200 продавать, с одной стороны, другие заботы, с другой стороны, работа как бы. Ну и с третьей, как-то не особо хочется палиться. Вот, то есть я уже просто... И вот просто какой-то грань человек переходит, все, уходит. А те, кто начинает, они не понимают, насколько вообще действительно это реальная тема, нереальная. Там, вот это мне больше нравится, вот эти наши умные слова, как ты говоришь, любишь да, посещать много всяких кейсы, вот эти кейсы. Ну, чемодан, скажем, по-нашему, чемоданы. Какие у вас успешные чемоданы, там, портфели, вот. Ну, ё-моё, да, ну, кейс кейсом, сегодня он успешный, завтра не успешный. Мы что, тут 10 лет работаем? Вот. А то, что человек там 2 месяца поторговал на 100 тысяч спиннеров, а завтра спиннеры закроют, вот. Но это успешный кейс, я не знаю.
насколько он долговечный, то есть насколько он длинный. А я могу сказать, я вот сейчас много анализирую товаров разных и постоянно что-то для себя открываю. Мы недавно открыли тему, Женя как раз он мне показывал, что сейчас индусов нет, и очень активно китайцы занимаются раздачами. То есть там за месяц 300-400 верифицированных отзывов. То есть люди по-серьезному выкупают товары, очень серьезно. Потом очень много товаров, я смотрел историю, сезонных, не сезонных, они продаются там годами, годами, там в топ 100, грубо говоря, 50-й топ, например. То есть, а он вроде сезонный товар, я не понимаю, почему он продает. Вот вообще понять не могу. То есть прям реально. Или, например, я смотрел товары, косметика. Я что-то, мне он очень нравится, классные продажи, все ништяк. Я все никак не допонимал, в чем там дело. Вот, хоть всю жизнь продажами занимаюсь. Оказалось, я так понимаю, вот на что мы сейчас вышли, просто мы человек один товар запустили, и он за 5 дней все продал. То есть он 1000 там с чем-то привез на тест, 1000 с чем-то, и за несколько дней все продал. Вот, оказывается, просто на бьюти, где вот такие бешеные продажи, там просто цена имеет огроменное значение, просто огроменное. И там он просто цену опустит, у него продажи просто летят. Цену поднимает, а у него продажи останавливаются. И когда мы начали анализировать через кипу конкурентов, просто даже видно, Lighting Deal в раз бы селлеранг там до сотни падает. Lighting Deal уходит, раз там конкурент поднимается. И прямо вот у него как такое, синусоида такая идет. У другого наоборот там цена просто видно высокая, он там не продается. Опускать, то есть... Разные группы товара, это вот, этот, вот эти вот микромоменты, надо просто понимать, что, например, на бьюти, видимо, больших наценок нет. То есть они контейнеры просто таскают, им, то есть если они там по 150 штук в день продают, естественно, контейнеры, вес большой, то есть там много всяких таких моментов. И в каждой группе там, у электроники там свои нюансы по-любому, там, Home and Kitchen свои по-любому нюансы. То есть везде свои нюансы, и когда ты вот это уже начинаешь продавать другие объемы, и по-другому к этому относишься. Не задача у тебя просто продавать, а когда задача уже зарабатывать и продавать много и конкурировать с топом, начинаются разные варианты, разные проблемы, разные, ну то есть уже другие совершенно эти задачи и цели у тебя просто выстраиваются. Да, согласен. Ну вот сейчас вот, например, я наблюдаю там новых там ребят, которые появились, там начинают, даже в том числе на этом, на форуме были они, да. Ломятся в такие сложные категории со старта, то есть приходится людям объяснять на пальцах, отговаривать их, то есть, ну, просто садились банально, там, по 10 минут мне их достаточно каждому человеку объяснить, там, на планшете ему, на его планшете показать конкуренцию, показать, нам, куда он ломится, отговорить его, потому что, ну, реально там кейсы такие, что заведомо человек сам лезет в петлю. А, люди не могут посчитать бюджет. Я молчу про то, что они на начальном этапе не знают, сколько это стадия производства и доставки. Ладно, это не страшно. Я говорю просто, если ты видишь на первой странице идут продажи, ну хотя бы по 50 и средний ценник $30, и ты видишь фи, там, грубо говоря, закупочный 15, 15 умножить на 50, $750. То есть у товар на осадке посчитают движение, и мне начинают рассказывать, да я вот у меня друг, для 3000, там, 5-6 хватит. Я говорю, ну вот у тебя товар $15, при таких продажах тебе надо 1000. Ну, я не знаю, 30-40, как минимум. То есть просто посчитай калькулятор, и, скорее всего, чем сложнее, чем дороже товар, его дольше будут производить просто. Тем более под себя. Тем более, если ты, не дай бог, что-то там изменишь, а не стоковый будешь брать. Все это. У тебя, соответственно, один едет, один производится, один продается. То есть, ну, вообще посчитать не хотят. Вот, многие, как мне некоторые просто звонят, реально говорят, я вот учиться принципиально хочу на своих ошибках. Я говорю, да проблем нет. Я говорю, а мне зачем звонишь? Я говорю, ты, наверное, хочешь учиться бесплатно, просто чтобы тебя учили бесплатно. То есть все бесплатно учатся, а тебя учили, чтобы бесплатно. Ну ладно. Это, говорю, не страшно, потому что нам не трудно, позвонили. Что можем, что подсказать, без проблем. Но, говорю, вот что ты мне сейчас рассказал, вкратце, я тебе могу сказать, твой весь опыт, это вот со скоростью 200 км в час, бетонную стену ты сейчас несешься. То есть это прям вот тебе, если только как-то повезет, я не знаю, какой он там сейчас вот, какой вот ты такой товар берешь, просто все, что ты делаешь, с тем капиталом, который держишь, с теми знаниями, ты просто вот прямо сейчас влетишь, то есть вон на Амазоне, или пан, или пропал, то есть просто у тебя товар, ты сразу не зацепился, бюджет у тебя кончился на промоушен, все, он у тебя находится на 50-й странице, и ты не знаешь, что сделать. И потом ты опять приходишь к людям и начинаешь говорить, я вот, наверное, ошибся, но тебе и говорили на начальном этапе, или вообще сюда не влазить, или просто надо с другими деньгами, с другими знаниями идти.
Вот, надо консультироваться где-то, надо где-то там, ну, я не знаю, начать с простого хотя бы, поучиться, но не лезть. А сейчас на данный момент мода такая пошла, то есть смотрят вот все, что самое трендовое, самые такие дорогие, вот, самые там, самые-самые, и не боясь прям туда идут. Но это знаешь, почему я тебе могу сказать? Потому что индусы были одно время. Очень много таких вот успешных, в кавычках, предпринимателей, которые, ну, вообще просто практически ничего не делали. То есть у них схема такая была. Товар, 10, 15, 20 отзывов не верифай, сейчас закажем, сразу в бах, даже выкуп не делали. И индусом как. То есть экономия 100%. И индусом, короче. То есть он в трафик вылетел, он там по SEO разбирается, он SEO заточенный, то есть как-то сделал, там свалял и так далее, и запустил. Все. И многие так цеплялись. Насколько они долго цеплялись, я не знаю. То есть я как бы с ними особо не общаюсь. Но очень многие ко мне приходили, то есть они даже со мной особо не разговаривали. То есть так, типа, зачем вообще все это надо? Я там и так, как делать нечего. То есть запущу любой товар. И так вот они делали, я там, что, индусу там 200-150 долларов отдал, тебя индус там вывел, все. Потом возникают там другие проблемы, что там говорят сейчас, кто в аутосток вылетел через индусов, потом проблемы возникают у многих. Особенно те, кто плохо продавались. Вот, ну, не знаю. Свои моменты. Сейчас в любом случае по-другому все это происходит. Сейчас индусов пока нет. Что будет непонятно, мы пока тестируем. Ну, посмотрим, что будет. Что будет, расскажем. Потому что мы свои товары так попробовали, новые. Вроде неплохо. Но для того, чтобы понять, нужна статистика. Надо много таких заходов. Потому что это может быть просто случайность. Мы же тоже не просто так его там кирпич берем и продаем. Ну да, да, тем более товары разные. То есть, ну, конечно. Одни заходят, да. Одни нет. Просто и все. Ну да, вот правильно люди в комментариях пишут, эра SMM наступает, то есть и к реальному маркетингу все сводится. Согласен полностью, потому что я вам честно скажу, я начинаю уже, то есть, тестировать внешний трафик, хотя был сторонником того, что это там со следующего года. То есть пока расширением занимался, но сейчас столкнулся с той действительностью, что ну, не один способ продвижения, который я протестировал за последний месяц, а это было где-то, наверное, около 6-7 исполнителей с разными алгоритмами и так далее, ничего для моих продуктов не работает. То есть я полностью отказываюсь от этих продвижений, сейчас закрываю все эти программы и начинаю переводить бюджет в более реальные какие-то инструменты, например, там, которые я откладывал, Airline, Zone Blast, да, раздача именно под отзывы и по продвижению конкретных ключей. Потом внешний трафик из Фейсбука сейчас будем тестировать, пробовать несколько разных идей, да, то есть какой зайдет, какой не зайдет. По супер урлам, то есть на магазин, чтобы не садить конверсию. Ну, будем тестить, будем делиться потом по факту, как оно получается. Ну, я а вижу что, одно, сейчас, что тебе сейчас Ералайч Zone Blast даст? По супер урлу выкупать товары? Что он сейчас делает, Ералайч? Да, да, они, но они делают массовый выкуп, то есть ты даешь ключи, которые ты хочешь поднять, да? Uh-huh. Они оценивают для себя, сколько в этой нише по этому ключу продаж, да, там приблизительно как-то они тестят. И говорят тебе, чтобы продвинуть твой ключ, тебе надо раздать там, например, 50-70 штук. Или 100-200 штук. Ну, если они отзывы выкуп... не пишут, они просто делают выкупы, правильно? Да, да, да. Ну, там уже твоя работа этих ребят просто простимулировать, чтобы они еще и отзыв написали. Но суть остается та же, что реально, по реальному ключу идет выкуп, и тут уже все зависит от тебя, будет ли у тебя та цена, которая нужна, будет ли у тебя достаточное количество отзывов на момент, когда выскочит. Да, да, я понял. Да. Просто они ушли от купонов, ну, они перешли именно на свою рассылку, рассылают своим там этим товарищам. Идет выкуп, но массовый, то есть в течение недели идет именно плотный выкуп, то есть чтобы ну, максимально увеличить. Пусть используют какие-то математические, какие-то способы на понаращивающую, как это, прогрессии называются. Да? Ну, я понял. Они Фибоначчи ты имеешь в виду? Ну, да, типа Фибоначчи, но только нельзя брать какой-то один алгоритм, надо разные использовать. Я использую на вскидку, так знаешь, глаза прикрыл, 3, 5, 9, 17, то есть вот так, в разброс. Что, то, что мозг тебе выдал, то и есть твоя прогрессия. Это работает, да, то есть я пробовал в ручном режиме, исходя из тех, количество ревьюеров, что ну, у нас просто, я говорю, я вот собираю, вот, да, просто у нас этого количества нет. То есть вот у меня сейчас на данный момент есть, то есть если через Сергея мы штук 30 можем, через Женю штук 40 можем, ну, то есть плюс еще, грубо говоря, там в группе может быть нормально, как минимум, то есть 100 можно точно, 100.
но не более. Вот, все остальное это уже такие вот, я в группах вижу, там с одним переписывался, они даже меня не знают. То есть там, ну, то есть написал 50 ревью, какой-то левый аккаунт, то есть до 50, ну, какая-то такая стрёмная тема, ему непонятно. То есть если ты такими делами занимаешься, должна быть репутация в первую очередь, потому что 50 ревью, даже товар за 10 долларов, это уже 500 долларов. То есть, ну, кто там, понятно, что там можно по 5 и так далее там товаров давать, ну, блин, я не знаю. Вот. Приглашай группу, что, надо народ собирать. Будь нас народ, как он в этих американских раньше кинул свой товар. Я еще говорю, я вот с этой группой, я просто умиляюсь, все вот эти, все товары все скрывают. Ну, сделай ты левый аккаунт в Фейсбуке. Кто раздает, с левого аккаунта раздавай, да и все. А те, кто покупает, вы проверяете, кто у вас, кому вы деньги передаете. Ну, то есть они, посмотрите, нормальный реальный аккаунт, если у него там Facebook. Запрашивайте аккаунт Фейсбука и аккаунт Амазона. Что видно было, что у него есть отзывы, что это не летучий голландец. Вот, соответственно, сделаем blacklist, сделаем whitelist, будем ориентироваться в первую очередь на белый лист. Те люди, которые себя хорошо зарекомендовали. Ну, можно, ну да, можно... вижу, Рубик в комментариях написал, удаляются отзывы, да. Я готов подтвердить, последние 3 дня у меня тоже идет чистка, то есть, ну, бьют именно по русскоязычным. Начали выдать отзывы, которые были оставлены где-то месяц назад с русскими именами. Я пока не проводил анализ, от какого именно исполнителя эти были ревьюеры. Ну, это геморно долго перебрать с таблицы имена, вспомнить, кто там был, кто там не был. У меня нету таких сейчас времени. Но я вижу такие классические отзывы 5-звездочные, там с фотками были, они исчезли. По ним сразу видно. То есть у меня где-то убило за 3 дня где-то по каждому продукту от 5 до 10 отзывов. Для меня не критично, потому что у меня там от 400 до 700 отзывов, да. Но у меня есть 2 новых продукта, где было по 100, сейчас осталось там 92, 93, там, ну, такое. Ну, я тебе говорю, отличаю, то есть это всегда будет. Амазон всегда это будет чистить, там им с китайцами бороться надо, там весь интернет, весь Амазон в Китае, китайскими этими, всеми этими чудесами заполненными, китайцы, индусы, а наши-то что, ёмы, раз-два и обчелся. Ну, посмотрим, в любом случае, что теперь. Ну, факт остается фактом, что чистят именно вот такие вот единичные, да, а китайцы почему-то, блин, так не трогает никто. Я на сегодняшний день вижу, у меня в листингах сидят там и китайцы, и русские хеджекеры, да, которые там думают, что они навсегда, да. Одного сегодня прибил, он сидел у меня 2 недели и думал, что ему ничего не будет. Ну, то есть они нас сейчас, может, даже смотрят, я им передаю, что у меня есть механизм убить любого хеджекера. То есть это, я не могу всем рассказать, потому что это неприменимо каждому человеку, кто на Амазоне, потому что это личный контакт. Но я скажу так, что, ну, блин, все, кто знает мой, блин, бренд, ну, берегитесь. Лупашу аккаунт один за другим. Да, это занимает время, потому что там привязка к одному конкретному человеку, тот был в отпуске 2 недели, я ничего не мог сделать. Сейчас вот он вышел на работу, блин, сейчас буду потихоньку, методично просто мочить всех подряд. Это угроза, это просто предупреждение, берегите свои аккаунты для лохобанских каких-то там брендов, которые, блин, не следят. Я в круглые сутки слежу, блин, за тем, кто шел у меня в листингах. Поэтому не тот вариант. Причем они не могут меня с бэкбокса выбить. У меня моща там, ну, в каждом продукте уже такая история. Что они, блин, ну, зарабатывают, висит, блин, по 10 баксов подвешивается, блин, и в надежде на лоха, ну, пусть, блин, будет. Тяжело, потом мне вредят в листинг. Они же мне отзывы мне в листинг пишут, не тому дебилу. Да нет, вообще, я считаю, вот эта вот работа дроп, все-таки такая она, неблагодарная. Люди, наверное, не понимают, кто дропом занимается. Вот мне многие звонят, в основном этим занимается почему-то молодежь. Ну, такая, знаешь, то есть у них там капусту по-быстрому срубить всем. То есть я им объясняю, говорю, мы этим не занимаемся, это другая тема совсем. Мне тяжело сказать, что по дропу я вам... Я говорю, это достойный бизнес, наверное, я не против. Просто я этим не занимаюсь, я даже подсказать ничего не смогу, потому что... Кто на привате сидит, вы для нас просто эти, как их звать, просто черви какие-то, которые просто портят эту самую работу. Люди работали, а вы пытаетесь сделать какую-то гадость. Есть которые бренды крупные, которые, в принципе, Amazon, ну, достаточно такая, ну, просто один из каналов сбыта, один из миллиона каналов сбыта. У них там своя методика. Они по-другому работают. То ли они закрывают, то не закрывают, у них там. А те люди, которые вот там 2-3 товара имеют, 4-5, да мы живем этим товаром, нам деваться некуда. То есть мы там последние деньги кто-то вложил, грубо говоря. А тут человек такой красивый сидит, еще там запрашивает, там, дайте мне документы, там, отчитайтесь, она, дайте вот это, дайте вот то, как у нас. У нас же по-хамски все время же так происходит.
Из-за этого своя специфика. А так, в принципе, заниматься-то можно и... Чем, многие спрашивают, чем дроп отличается и онлайн-арбитраж от привата? Все думают, что наклейкой. Что вот наклейку наклеили, типа, ё-моё, вот он отвечает. На самом деле, это просто есть свой аккаунт, который ты сам двигаешь и деньги в него вкладываешь. А есть чужой аккаунт, которым ты прилепился и ничего не делая, просто тупо берешь количеством. То есть у тебя здесь продажи будет, там продажи, тут продажи, везде продажи. Естественно, с этим борются, ё-моё, нормальные бренды. И достаточно, как по минному полю ходят, кто-то все равно зафигачит. Ну вот и все. Ну, ты понимаешь, что ситуация такая, что вот он сидит, я знаю, что это русский, да, потому что у него в магазине совершенно случайно оказались несколько товаров ребят, которых я консультировал, понял? Mm-hmm. Если бы я связался, те же проблемы. Да, говорит, он на русском с нами разговаривает. А он, мудак, боится со мной разговаривать, он мне ни слова даже в ответ не отвечает, понимаешь? Я ему на русском объяснил популярно, свали, блин, какому-то китайцу, не напасть на неприятности. То есть, тишина, хоть бы ответил что-то. Понятно? Ну, не понимаешь, понимаю, короче, что, понятно. Что это не бот какой-то. То есть, я знаю, что это не бот. Я больше-то уверен, что это кто-то из нашего окружения, который имеет доступ к ревью. Судя по тем товарам, которые у него. То есть, я знаю четко, что мы с тем чуваком, там, рюкзаки там, да, он параллельно заказывали отзывы в одном и том же месте. И я больше чем уверен, что это какой-то чувак, который пишет ревью. То есть, нищебот, который, блин, знаешь, там копеечку заработал. Ну да, да, я тебе об этом говорю, просто за 2 копеек. Я об этом говорю. Ну вот люди пишут, профессиональный дропшиппер. Я еще говорю, абсолютно никого не обвиняю и не говорю, что дропшиппинг или онлайн это плохо или нет. Просто я говорю, действительно, люди недопонимают. И огромное количество, просто вот у меня на днях был разговор опять с человеком. То есть это наличие $500, заработать там, соответственно, побольше. И в любом случае все равно как. То есть из-за этого я говорю, в любом случае одни будут биться с другими, и мы мелкие для крупных. Соответственно, мы будем вот именно исходить из того, что есть там 1-2 товара, будем за ним следить. Вот. А когда вообще денег нет, и вот этими вещами заниматься, ну, фиг его знает. Я в любом случае хорошо никак не могу отнестись. Я все понимаю человека абсолютно, то есть ничего из такого нет, но, блин, я при чем? То есть вот ты, например... Человеку дали, сейчас особенно, раньше, блядь, дали купон. Дали ему купон, он купил там за доллар, а то и вообще бесплатно брали за цент. И потом он вкладывает нам, значит, товар и ждет, когда продает. Ну, не мудак, мудак. Для меня лично так. Ну, просто я не знаю, ну, а как его еще назвать? Вот. Человек, который сейчас еще и бабки дают, ему дали денег, чтобы он купил этот товар. Вот. Хрен с ним. И многие говорят, вот там отзыв не написали 50. Да хрен с ним, купил ордер, отчитался и слава богу. Вот, так он же, ты понимаешь, он мало того, что он есть такие, написали отзыв, и они рефанд еще делают. Ты понимаешь, что они выкупили за твои деньги, они еще на тебе хотят заработать. Ну вот я за это говорю. То есть, вот, об этом и речь. Я говорю, это насколько надо прогнить вот этим, вот эти все вещи такие делать, бегать, собирать вот эти, вот я говорю, вещи. И я не знаю, как группу наладить, настроить, потому что мне вот уже люди жалуются, То есть вот уже одного обманули, другого обманули, вот ты говоришь. К любому тоже из этой же группы, скорее всего, эти же люди есть. Как их почистить? Блэклист, я сначала думал делать блэклист, потом Сергей говорил, я там человека одного внес, блэк, он говорит, у нас он нормально выкупал, проблем вообще с ним не было. Как, блин, отстроить, как наладить, я не понимаю. То есть хочется сделать по-людски, я, естественно, не могу сидеть, грубо говоря, бесплатно контролировать вот это все там, туда-сюда там. Ну, просто у меня нет ни времени, ни желания, честно могу сказать. У меня есть желание просто делать, чтобы было удобно, и все. То есть, что вот мы работали, мы пришел, я сфотографировал товар, взял левый аккаунт, чтобы не знали, ну, если я сейчас начну, блин, там, начнется вот это. То есть, более популярные люди, у них начнут товары сдирать или еще. Ну, просто зачем это? И так куча народу будет их знать. Ну, просто вообще, зачем? Необходимости какой нет. Я думаю, твой бренд тут знает, кто, наверное, смотрит, 3/4 ему. Вот. Большого ума не надо, ему, на самом деле. Вот. Соответственно, взяли левый аккаунт, чтобы просто не пиариться, ну, фигню не заниматься. Левый аккаунт, сделали фотографию своего товара, все. А ревьюеры, кто хочет, плюсики поставил. Плюсики поставили, у нас, соответственно, если было бы что-нибудь там типа белого листа, человек проверил, если этого пока листа нет, всегда обязательно проверяйте. Аккаунт на Амазоне, аккаунт на Фейсбуке. Ну, что делать? Другого варианта нет. Я знаю, со многими разговариваю, говорят, у меня там таблица. Ну, давайте их запишем куда-нибудь, эти таблицы. То есть, ну, в открытый доступ, чтобы было понятно, что с этим человеком не надо работать. И тогда отсеется сама эта шушера, они поймут, что не получится так
крысятничать просто. Вот и все. Ну, может быть так. Я не знаю просто, что делать. Я понимаю, что выкуп, и вот про тебя Зонбласт спросил. Вы просто, когда там с вас по 5 долларов берут, вы сходите в Зонбласт, узнаете, сколько они с вас ошкурят ему за выкуп ее. Раньше они там сколько снимали денег, и сейчас вообще, наверное, жестко. Да, ну вот сейчас вот вопрос там увидел в группе, появился Коля, блин, из Абрайзара Львовского, этого форума, задает вопрос, говорит, хорошо, что хвалишь, спасибо, какие замечания, да, ну мне сложно на самом деле, я скажу так, не хочу никого обидеть, да, на самом деле, но первое, если вы ставите тему Amazon, да, мы видим, да, что уже Amazon имеет три направления каких-то. Дропшиппинг это отдельное, но, блин, ближе, наверное, там, с онлайн-арбитражом, да? Private Label это несколько другая кухня. eBay это совершенно другая кухня, то есть она опять же ближе к дропшиппингу. У меня eBay, то есть у меня есть представитель, да, которого я нашел, дропшиппер, да? Я ему дал эксклюзивное право торговать брендом на eBay, и он создал там магазины, там занимается, продает. Не скажу, что это мега успешно, как на Амазоне, но это имеет какую-то уже там разрешительную форму, да, то есть человек с моего разрешения там получает лучшие цены. Ну не надо там петлять, там искать, когда у меня там акции там или еще что-то. Он берет всегда, сколько ему нужно и по лучшей цене. Далее, ну вот из замечаний, то что если вы в дальнейшем планируете Amazon форум развивать, да, я бы, наверное, все-таки делил на две части. Потому что получилась картина, на мой взгляд, такая. Дропшипперам не совсем интересно Private Label, да, а Private Label не совсем интересно или вообще не интересно дропшиппер. Ну, как я исхожу из того, что я чисто Private Label занимаюсь. Поэтому мне дропшиппинг, онлайн-арбитраж был интересен только в плане защиты, да, от них. Но ничего там такого я не услышал, как я их могу отловить, да. Из полезного, то, что дропшиппер-докладчик был Роман, да, не помню фамилию, извините, по автоматизации бизнеса в дропшиппинге. Вот здесь, да, мне моего там мозга хватило переосмыслить это под Private Label, и это был очень полезный, самый яркий доклад из всех, которые были. То есть даже, наверное, круче, чем мой, без вопроса, потому что чувак молодой, перспективный, очень позитивный такой, сам родом из Западной Украины, четко дал то, что я люблю, четко, пошагово алгоритм автоматизации дропшиппинга бизнеса. Но начиная там от отчетности, заканчивая наемом людей, контролем. Вот это, я считаю, эталонный доклад из всех докладчиков, который был. Четко структурировано, очень полезно. Люди записывали, люди фотографировали с экрана его презентацию. Я бы с удовольствием его пригласил бы сюда, то есть вот организаторы самые. Ребята, да, у меня в друзьях, я ему скажу. Да, то есть если действительно полезно, такое ты говоришь, что рекомендуешь, я думаю, будет всем интересно. И... Да, он реально крутой, и он уже реально, я вижу, из того, что я в кулуарах, то, что мы лично с ним общались, он на поток поставил дропшиппинг с помощью автоматизатора, позволяет ему лупить одновременно где-то 60-70 листингов одномоментно. И довольно неплохо зарабатывать, потому что, ну, там, где автоматизация, там он особо не это. Ну, отваливает лишний листик. А в это время уже мы набрали вариантов, ресерчеры, ребята, наемники, набрали ему еще 100 штук новых, которые ему надо только отобрать лучшие. Заливается. То есть процесс безостановочный. Он не страдает потерей там, 1-10 листингов там, да, в результате каких-то писем там, или еще чего-то. Он просто это... Ну, вопрос в другом. Глубже рассказать, как он там это решает вопросы, например, с банами. Там, да, это он сам сможет. Я с ним переговорю. То есть предложу ему вариант выступить. Посмотрим. Ну, да, довольно-таки... Желание, то есть тут вопрос... Понимаешь, есть один прикол. Он только на украинском докладывал, я уточню, сможет ли он на русском это делать. То есть не все ребята, которые живут на Западной Украине, могут так я свободно понял. Передать и как общаться с аудиторией на русском. А какая? Есть, ну, расскажи, что на украинском. Тут и так две трети на украинском. Что ты переживаешь? Важно то, что да, вот все выступали практически на украинском, я выступал на русском. Хотя, в принципе, очень хорошо знаю украинский и понимаю, и разговариваю, но я учитывал то, что на каком языке я думаю, да? То есть там и яснее мысль будет. То есть если я с детства, блин, в русской школе, у меня родители всю жизнь дома на русском развалили, какой смысл ломать себе мозг, переводить в голове, чтобы ответить на вопрос человеку, да? Ну, я не вижу блоков никаких, я никогда языковую проблему в Украине не видел, политики ее видят там, да?
я считаю, одинаково могу разговаривать и на том языке. Вопрос в другом, как он, ну, уточню. То есть у меня, понимаешь, у меня была идея, чтобы он как-то подумал это дело, больше завернул под приват-лейбл. То есть, но сможет да нет, ну можно вообще просто поговорить, то есть ты меня с ним соединим, мы с ним пообщаемся, может, действительно, потому что на самом деле разнообразие в этом весь и смысл. То есть... здесь же весь для чего? Для того, чтобы мы получили больше информации, даже просто для размышления. Что можно сделать вот так еще. Что можно сделать вот так. Посмотреть по другим углом. И все эти форумы, в принципе, для этого же существуют. Просто особенно, если есть такое кулуарное общение именно, что можно бы просто людям собраться. Вот у меня нет возможности собраться, например. Я, наверное, вот Facebook, у меня единственная возможность с кем-то собраться. У меня из Саратова один человек вот меня нашел. Вот, короче, вот мы вот с ним пообщались. Все, больше никого нет. То есть это все равно прерогатива там, вот Украина, в первую очередь. Ну, может быть, Москва, Питер, то есть крупные города, там все-таки есть народ. У нас здесь этим вообще, то есть, я не знаю, никто этим не интересуется. Ну да, вот Игорь Данилейко был, он сам с Молдавии пишет, я все понял, говорит, молдаване все поняли, говорит, так что кому нужно, говорит, всем поймем. Да. Языковый вопрос снял. Следующее, из того, что из моих наблюдений, опять же, никого, ничего личного, то есть это чисто мои мысли. Первый докладчик был, совершенно не помню, звездный какой-то этот товарищ, блин, я его слышал на слуху, фамилия известная, где-то в рекламе, видно, светился, но совершенно никакого отношения к Амазону он не имел. Ну, мне как кажется, бесцельно потерянное время. На разогреве, то лучше бы разогрели бы кем-то из амазонщиков, простым там. Ну, в дальнейшем просто я вас призываю. Я понимаю, что это первый опыт, да, то есть старались максимально там больше разнообразить, да, спикерами, но качество спикеров это раз, да, теоретики тут нафиг не нужны. Мы видели прекрасно, что когда спикеру задают вопросы из практики, он плывет, были такие случаи, да, то значит его область знаний в области практики очень маленькая, да, или он только начинает, или он просто банально не сталкивался, но... Он неопытный докладчик, да, он плывет, просто стесняться начинает, замыкается там. Хотя банально, в принципе, можно этот вопрос было разрулить там без проблем. То есть мы сидели там друг с другом, отвечали на эти вопросы, да. Ну, тем не менее. Плюс некоторых ребят была задача продать какие-то платные свои семинары. Я на них не ходил, потому что они были сугубо по дропшиппингу там, и по онлайн-арбитражу. Ходил мой партнер. Утром ему заняться нечем было, то, в принципе, говорит так, ну, 30% из 100 информации что-то можно почерпнуть и где-то применить там, в нашем бизнесе, приват-лейбл. А так в целом, ну, вот кофе-брейки, да, помнишь, Коля, когда ты говорил, что нельзя загнать людей из кофе-брейка, да? На самом деле, то есть, это же наше время, да, то есть, кто-то хочет постоять попить кофе. Ну, пусть стоит, пусть пьет. То есть, те, кто зашли, на самом деле, те, блин, им интересно. Ну, те, кто там хотят в кулуарах пообщаться, ну, пусть общаются. Не надо на этом акцентировать внимание. Они же платят деньги за вход. Ну, блин, мне, честно сказать, вот, когда выступал там кто-то из дропшиппинга или eBay, я просто встал, пошел, покурил. Ну, мне неинтересно абсолютно, поэтому, ну, есть так. Ну, есть, ну, те, кто, кому интересно, они сидят, слушают. А вот разделение спикеров, да, по тематикам более узкое, позволит именно сосредоточиться на тех вопросах именно, которые тем интересны. И пусть людей меньше в зале будет, то есть не надо стремиться там за сотнями, да, пусть их будет меньше в зале, пусть сам зал будет меньше, пусть не будет такой крутой отель там. Но на самом деле пользы больше. Хотя, ну, я прекрасно понимаю, я организовывал несколько мероприятий в своей жизни, знаю, какой это труд. Поэтому низкий поклон, потому что, ну, вы реально, блин, для первого раза это вау. То есть я, например, вот буду сейчас идти на 20 июня, Кустов этот организовывает этот международный форум по Амазону. Я вот, мне будет интересно уровень, да, организации вообще всего и сравнить с вашим просто. Хотя сравнивать несравнимое нельзя, но сам факт. Я был удивлен даже тем банальным ужином, да, то есть я и шел, честно говоря, на какой-то фуршет, там шведский стол, постоим там, потыкаем себя этими шпикачками с бутербродами, выпьем по бокалу пива, вина, блин, и разойдемся. Но когда я пришел, реально прозрел, накрыт ресторан, блин, ломятся столы, битком, блин. Ты понимаешь, мы сели, охренели, блин, просто. У меня такое ощущение первое, знаешь,
Блин, наверное, доплачивать придется за это дело, блин. Взял я, это отдельно, да? Я деньги, понимаешь, блин. Мы уселись за стол, пипец, я не знаю, за что браться. Ну, блин, из закусок, ну, наверное, с десяток закусок на столе. Но это было, блин, полбеды. Я на полоборот поворачиваю голову, и там стоит центральный длинный стол, и 4 или 5 официантов начинают выставлять бухло, реально. Вот здесь у меня легкий мандраж начался, потому что я вижу ящик водки, второй ящик водки выставляется. Потом упаковки вина несут, одну, вторую, третью, пятую, блин, до сотни бутылок, реально. Я по сторонам посмотрел, мы что, еще ждем кого-то, реально? Ну, пипец, понимаешь, пришло на ужин, там, ну, может быть, 60% от тех, кто, блин, участвовали, не все пришли на ужин. Они просто не знали, понимаешь, Рома? Да. То есть, блин, ну, я был шокирован. Ты понимаешь, мы сидим с супругой, блин, в ауте просто. Как это вообще возможно, блин? Пацаны сделали некоммерческое, ну, предприятие, некоммерческий форум, да? И влупили, блин, все, что у них деньги свободные были, реально, именно в хавку, блин, в организацию, в кофе-брейки там, в эти... Ну, теперь же никто не уйдет, теперь будут до конца досиживать. Дорогущие номера этим спикерам, как потом оказалось, да, там, блатные номера, сказать, они не подешевше, понимаешь? Это действительно вам большой респект, потому что, ну, другие возразят вам, организаторы скажут, вы денег на этом не заработали. Но когда раз, один раз ты видишь, люди, блин, вот так вот просто берут и организовывают, как оно нужно на высшем уровне, и когда они меня спрашивают вживую, ты скажи замечание, ну, блин, ну, мне нечего, ну, замечание не приходит в голову. Я один раз спросил, Коля, второй раз. Ребята говорят, на Западной Украине так принято просто, ребята говорят. Там говорят, ты, да, говоришь, ну, я первый раз приехал. Вы мне не рассказывайте, я на Западной Украине много раз был. Я знаю, что такое, блин, по-еврейски, блин, на тебе, блин, бутербродик закусить, 100 грамм выпил и свободен, понимаешь? А знаешь, что такое, блин, широкая, блин, душа, блин, организаторов. Есть разная Западная Украина, поверьте мне. Принято, не принято, это мероприятие. Тут нету принято, не принято. Здесь есть заслуга организаторов, Миши и Коли, да, которые стали, блин, вдвоем, блин, тупо, блин, от начала до конца продумали все до мелочей, и люди реально все довольны. То есть я не слышал ни одного, ни в кулуарах, ни после того в личку, нигде, ни одного замечания. То есть это редкий успех. То есть если, ну, учесть вот эти все мелкие моменты, то я думаю, это будет мега всегда успешно, пока тема Амазона живая. И самое удивительное, что, понимаешь, блин, смешно, блин, конечно, что после ужина трезвые, блин, были, блин, понимаешь? Коляку не обухались до свинячьих соплей, блин. Я, честно говоря, мне страшно было, чем это все закончится, мероприятие, блин. Понимаешь, блин. Ну, все достойно, так классно. Причем 30% времени мы провели на улице, понимаешь, за рестораном. Собирались такими, знаешь, кругами, перегораживали движение по тротуару полностью, ну, блокировали его. И делились своими впечатлениями, каким-то опытом, да, там, общались, там, веселились, там, ну, душевная компания собралась. Причем, знаешь, когда прикольно, когда мы в Фейсбуке, там, грубо говоря, друг друга знаем, там, он, Алена, он Джигир, там, да, я ее вроде знаю, да, то есть давно. То есть, аватарку знаешь, да? Да, да, слежу за ее постами, видео, Лива эти смотрел, но мы, по сути, ни разу не виделись, да, то есть лицом к лицу не общались. Но тут ситуация такая же самая, то есть ты вроде бы там половину участников там знаешь, да, по аватарке там или по постам, но когда вот так вы сходитесь, там, знаешь, блин, ну это совершенно другой человек, то есть это не тот человек, с которым ты в Фейсбуке. Вот это вот начинается, блин, это нормальное общение, то есть адекватное какое-то. У людей там блоки снимаются, там, после, там, ну, пусть, может, 200 грамм водки надо человеку, чтобы раскрепоститься. Некоторым, блин, достаточно просто, блин, начать с кем-то общаться, потому что, ну, они же, многие поодиночке приехали, они не знают никого. Он ходит кругами, мотает, пока не увидит знакомую аватарку вживую, да. С первым зацепился, со вторым, а потом это превратилось, вот реально такое, я просто сравнил первый день и второй. То есть первый день все как-то кучками, да, было такое. По 2-3 человечка кучковались, там, кто поодиночке. А второй день после этого ужина уже такие, знаешь, заходишь там, где кофе-брейк, там уже гул стоит, пчелиный улей. Понимаешь, то есть разговорились ребята. То есть я думаю, если организовали бы еще третий-четвертый день, там уже и это, блин, дружбольные, блин, и кровью, блин, это братерство, блин, и свадьбу бы сыграли, понимаешь? Потому что были там, барышни, я видел, там, поглядывали в сторону мужского. Ну, это так, к слову. Но на самом деле... Очень удивило,
контингент, да, то есть все молодые ребята, ну, на самом деле, 70-80% это молодежь, которая, то есть мы уже, знаешь, детей нянчим, он сегодня с Денисом делились, Дениса там старшая в 8 классе, а у меня сегодня 9-классника сегодня это, ходили в школу выпускной. То есть, ну, блин, мы уже не молодые, да, то есть мы хорохоримся, конечно, там, хотим казаться молодым, но когда ты видишь вокруг ребят, которые, блин, там от 22 и 25 лет, да, молодые, ретивые, то есть им, знаешь, я заметил такую вещь, им легче создавать бизнесы, потому что они не сталкивались с реальными проблемами вот этой государственной машины. То есть их еще не касались налоговые инспектора, там, не получали они писем о каких-то проверках, там, не сталкивались с обысками, там, маски-шоу, да? Ну, это плюс и минус, да, немножко не хватает опыта, просто я так и говорю, у меня есть как раз такие люди, я говорю, тебе просто, как мне в молодости, тормозов надо, то есть грамотно, чтобы тебя чуть-чуть корректировали, чтобы лишних действий не делал, просто энергии много, но она не обязательно ее так выплескивает, просто аккуратно-аккуратно именно вот сглаживать все эти острые углы вот это вот на таран эти, она просто нет необходимости в этом. Ну, а так, что, конечно, я мочу, в 20 лет я энергии сколько. Да, поэтому, ну, в принципе, ну, как подытожить, если про Львов, да, то есть вот из того, что я сказал, это все, что я могу, блин, в принципе, как-то, я не могу даже это замечаниями назвать, да, это какие-то пожелания, просто наблюдения, но все было круто, и частить не стоит, но раз если в полгода будет подобное мероприятие проводиться, я думаю, все-таки придется увеличивать размер зала, да, потому что, ну, реально зал был полный. И, собственно говоря, вам уже сейчас нужно думать о спикерах, да, на Красильникове, Коршуне вы далеко не уедете, то есть надо качество повышать, на нас свет не сошелся. То есть то, что мы сказали, оно, в принципе, не факт, что через полгода что-то изменится. Там, может, появится несколько кейсов каких-то, да, там, живых из опыта, да, но это не есть доклад. То есть, да, то есть на самом деле формат вот, форума позволяет себе такую интересную фишку, как общение за рамками доклада. И вот эти паузы между докладами, они, наверное, надо их увеличивать, да, потому что вот там вот происходят важные вещи. То есть человек, когда сидел, слушал докладчика, увидел свою ситуацию, да, и когда он выходит в кулуары, зацепается с соседом, там перешептывались, тут они начинают каждый рассказывать о своем кейсе, как у меня. И вот здесь вот происходит передача опыта. Потому что, ну, у всех разные товары, разные ситуации. Может быть, там надо время просто больше на это как раз уделять? Не, оно так и было. Обеденный перерыв 2 часа был, все расходились. Но, опять же, это было, знаешь, такими большими компаниями, там по 5-7-10 человек расходились по заведениям. Благо, Львов очень гостеприимен в этом плане. Очень много заведений. В обед просто сложно найти, ну, место свободное, чтобы большая компания села. Потому что в обеденный перерыв как раз занимаются эти заведения. Активность высокая. Но, тем не менее, вот даже формат ужина, да, его можно тоже как-то подправить, чтобы больше дать возможность общаться. Ну, в принципе, я бы ничего не менял. То есть, давайте такие же столы. Водки, жалко водки и вино, его много. А куда его дели, интересно? Вот Коля тут на связи? Коля, где дели остатки? Остатки, блин, по 50 бутылок водки и вина, блин. А ты до скольки там был? Вот люди пишут, до 2 часов пати была. Ну, я где-то до 12:30 был. Но то, что пати у них было до 2, я не уверен, что они все выпили. Вот он. Вот. Коля пишет, планируем декабрь-февраль в Карпатах. Шикарно, я всеми руками за. Ну, декабрь, наверное, чуть не это, февраль оптимальный, мне кажется. Ну да, декабрь-январь, тут такое, у каждого свои планы, а февраль, да. Вот конец будет. Января, начало февраля, там китайцы как раз не работают, самое то, я думаю. Китайский Новый год. Пишет Коля, все выпили, блин. Ты представляешь? Я не верю. Молодцы какие. Я просто разучился пить. Это, наверное, последнее такие как количество я пил, блин, в свое время. Пить и говорить сложно, да? Или пить, или говорить. Да, да. Сложно с Амазоном пьянку, сложно будет совмещать, наверное. Ушел на пару дней в запой, пришел, куча банов, там хит-джекеры висят, хозяйнуют. Не прокатит вообще. Но я вам скажу одно, то есть то, что я не успел в рамках форума там докладе сделать, сказать, отдыхать тоже надо уметь, да, и тоже учиться, потому что при такой работе мы втягиваемся,
тратим, блин, 80% личной жизни, блин, именно на этот Амазон. Но вот почему я предлагаю все-таки в сторону Романа Стрихера, да, посмотреть и идти такими семимильными шагами в сторону автоматизации бизнеса. Это позволит прежде всего развернуть наоборот. 80% отдыха своего личного времени, 20% работе. Это важно. То же самое вот 20 числа будет докладчик в Киеве. Не помню, как его зовут, но вот именно модель он будет докладывать, именно автоматизация бизнеса 2080. Это, наверное, один из тех докладчиков, который очень интересует меня, да, лично. То есть почему я буду идти туда. Но теперь, ну, Денис говорил, непредвзятое мнение о форуме 20 числа. Ну, мне сложно быть непредвзятым, потому что на самом деле я очень ждал этого форума. То есть в любом появлении с любыми докладчиками, мне жаба давила, что в прошлом году у меня не получилось. Я знаю, зачем мне это нужно, исходя из той записи, да, которую я видел. Автопати, да, вот это вот, которая после форума, это на самом деле вот это вот важный момент вот этого общения, да, и на самом деле на этом форуме самые-самые будут. То есть однозначно они будут там. Те, кто успешные, которые нигде не светятся, практически не активничают в Фейсбуке, да, ничего ни с кем не делятся. Но вот именно на автопате с ними можно будет познакомиться. И вот эти крупицы опыта ихнего, да, в разных моментах, можно будет как-то в процессе разговора поделиться там, передать опыт, да. Ну и качество доклада в этот раз, конечно, зашкаливает. Я не скрываю, Моран, это мой, блин, реально кумир, который меня, в принципе, и толкнул к активностям на Амазоне, когда у меня какие-то сомнения уже начали зарождаться, проблемы там первые на Амазоне просыпались, то случайно я посмотрел это видео, действительно, ну, оно очень сильно изменило мое восприятие Амазона. Он шикарную тему, блин, упаковка бизнеса на продажу, вот это очень важно. То есть, наверное, 90% мы неправильно начинаем старт свой на Амазоне. Ну, еще от финансирования, надо, знаешь, несколько кругов прогнать, чтобы ты понял вот эти ошибки, чтобы понять. Потому что там юридически правильно это оформить, чтобы все это делать. Вот я сейчас на данный момент, у меня некоторые спрашивают уже, такие, или производители, как выходить на Amazon. А, то есть юридически как? То есть вот эти моменты, не понимаю, я говорю, я ни одного человека не знаю, кто вот выходит именно вот как ты сейчас говоришь. Но для того, чтобы выходить так, как они выходят, у тебя должны быть финансы хотя бы, то есть если мы сейчас варьируем. В том году разговор был 2-3 тысячи долларов. Ну то есть вот все разговоры были 2-3 тысячи долларов. Говорили, да, там о товарах, я помню, там надо 20 долларов, потом 20, потом 30 долларов надо. И все говорили о бюджете 2-3 тысячи долларов. Сейчас, я общаюсь с людьми, это вот минимум, мы вот сейчас мне говорят, ну сколько минимум, чтобы просто запуститься и удержаться на, без аутов-стоков, там, то есть я говорю, ну 3-5 тысяч долларов. 3 на начало и 2 сразу прям, вот у тебя зацепилось, сок, сразу прям вкидываешь. Или берешь там уже много, там от 1000 штук хотя бы. Если это опять недорогой товар, мы говорим, 3-5 тысяч долларов. То есть 5 тысяч долларов ты отложил, рискуешь, например, тремя. Ну, что у тебя вообще не пойдет, ты бросишь этот товар, там, грубо говоря, я не знаю, что с ним сделать. Вот, 3-5. Но обычные инвесторы, когда в том году мне говорили, он готов вложить 10-20, были единицы. А сейчас почти все. То есть сейчас вот вложение, то, что люди уже увидели, поняли, что это обычный бизнес. Какой бизнес можно построить за 2-3 тысячи долларов? Ну, какой? Никакой. Ларек сейчас организуешь, какой-нибудь магазин продуктовый, товар закупиться, оборудование, пускай тебе в аренду часть дадут, пускай тебе там каким-то лари для мороженого дадут, там мороженники, для колбасы, колбасники, там, для молока, молочники дадут, и все равно тебе надо какие-то деньги потратить. И все равно на реализацию. Реализация у тебя будет там хоть там 21 день, там, неважно. Все равно тебе надо будет зарплату, все равно деньги вкладывать. А если ты будешь делать уже какой-то сервис, там, пиццерию, там, я не знаю, роллы крутить, там, или еще что-то, оборудование, ножи купить, то-то. Опять документы, столы, там, и вся вот эта фигня, все равно деньги. Из-за этого, это первый момент, очень важный. То есть вложение 2-3 тысячи, 10-20 уже это какие-то вложения, уже можно варьироваться, и надо понимать, что при качественном входе гарантий никаких нет. Нет гарантий. Просто, правильно, один товар легко войдет, другой средний, третий вообще не войдет. Делать надо просто хорошо. И все. И очень часто недофинансирование. И еще момент, связанный с тем, что вот офлайн бизнес. Я много раз вот многим говорил, кто пытается вот понять, сколько можно заработать на Амазоне или вообще офлайн. Я все время офлайном занимался. При офлайн-бизнесе, нормальном, обычном, 3% чистого дохода на вложенные деньги – это обалденный навар. Если ты в аренду будешь помещение сдавать, если ты не будешь учитывать там оборудование, амортизацию, если ты будешь не учитывать типа, удорожание твоей собственности, там гораздо меньше. 3% – это очень хорошо. 5% – великолепно.
10 уже эйфория. То есть, если вы вкладываете 10 тысяч долларов, если вы с Amazon заработаете больше 1000 долларов в конечном итоге, в среднем, то это уже просто в офлайне это невозможно практически заработать. Ну, кроме каких-то там серых схем. Я говорю про нормальную конкуренцию, как мы работаем на Амазоне. У нас нет блата, у нас нет никакой там суперинформации. Все торгуем одним и тем же. Просто кто-то более удачный, кто-то более правильно сделал, кто-то что-то другое там сделал свое. Вот и все. То есть вот такие вот моменты надо понимать просто заведомо. Да. Так. Ну, в принципе, по Львову. Если вопросы есть, давайте. Давайте, то есть я не думаю, что там прям что-то кого-то там... Запись обещают организаторы через неделю, где-то я ее тоже жду. Что касается киевского форума, вот он уже скоро, да, могу сделать точно такой же лифт, там выступлю, уже подробно расскажу, как это происходило. Да, и сравнение, и что вообще в любом случае зацепил, потому что я очень положительно к этому всему отношусь, просто я говорю, я живу очень далеко, и ехать просто вообще... Никак. И по времени, и по деньгам. И, да даже не по деньгам, а по времени просто нереально. То есть это убьешь всю неделю с пересадками ехать, лететь вообще три пересадки в одну сторону. Это просто нереал. У нас вот такая связь убийственная. Может быть, наладится в будущем, не знаю. Но сейчас пока это не вариант, к сожалению. Вот. По поводу того, что эти вещи организовываются. Да, понятно, что Sales Hub делает себе как бы такую... серьезную рекламу и так далее. Но это нормально. Мы все работаем ради работы, ради заработка, а не для каких-то таких вот непонятных вещей. Я считаю, это нормально в плане того, что этот форум делает хорошую популяризацию вообще всего этого направления, потому что что боятся конкурентов из России? Да надо китайцев бояться. Их там миллиарды, а нас сколько? Раз-два и обчелся. А кто на Амазоне торгует? Тем более. Из-за этого бояться того, что твой сосед будет на Амазоне торговать, он еще 10 раз тебе может поможет. Да, да. Важно, главное, чтобы, в принципе, они, ну, сделали дорогим доступ, да, к этому мероприятию. У меня двоякая ситуация. Правильно это, неправильно, то есть это такое дело. Но важно, то есть, качество докладчиков, да, потому что, судя по анонсу, это реально серьезные чуваки, миллионеры все, то есть, которые уже прошли не первый год на Амазоне, которые уже автоматизировали, превратили это уже в реальный офлайн бизнес, да, то есть с офисами, с рабочими, ну, сотрудниками. И многие это сделали в онлайн, да, автоматизировали, то есть филиппинцы там, например, сидят на техподдержке, там, на звонках, дизайнер там где-то в Таиланде, там, копирайтеры американцы и так далее. Да, со временем, просто... со временем все это придет, со временем отрекламируем или посоветуем, как найти, где найти, просто реально мы пока это не делаем, нам это сложно, правильно? Мы слышали, как люди это делают. Я на днях он смотрел, у человека, у него там, как он говорит, 20-30 таких людей есть, помощников, не знаю, что они там делают, но как бы не было, говорит, наверное, есть. Вот. У нас, так как этого нет, я и говорю, что со временем будет, вот с людьми мы пообщались, поработали с юристами, выложил я в эту таблицу инструментов. Будут какие-то другие там люди на удаленном. Чтобы удаленно работали, надо что-то зарабатывать. То есть надо сначала заработать, а время отдать, расти дальше. Время отдать, расти дальше. Ну, знаешь, главное, чтобы это не превратилось, как на первом форуме некоторые докладчики превратили свой доклад в продажу своих же. Реклама, да. Реклама – это хуже всего. Я согласен. Это вредит. Я считаю, на таком форуме должен стоять стенд этого докладчика. Если ты хочешь что-то продать, да, там ребята, менеджеры, которые будут тебе рассказывать. Ты скажи, что вот есть ресурсы, самое интересное, вон… На перерыве можете подойти к моему столу. Я считаю, это честно по отношению к людям, которые заплатили за участие в подобном мероприятии. А докладчик должен говорить о практических вещах. Если он, ну, уважает себя и аудиторию. Теорию, ну, многие уже знают, да. То есть нам важно решение. То есть те, кто опытные более, то есть они ищут готовые решения. То есть мне не интересно теоретические догадки. Ну, будем надеяться, Игорь заложит уже как бы заранее. Потому что в тот раз, когда я видео смотрел, я реально был разочарован. Ну, реально. Вот, из-за этого я лучше стал относиться к форуму, после того, как я общался с людьми, которые как раз там общались вот именно с этим людьми. Вот, в этом отношении. Из-за этого видео это такой запасной вариант, не самый лучший. Он не компенсирует вообще ничего. Ни пообщаться, ничего. То есть это такой крайний-крайний вариант, который... не очень хорошо, ты правильно сказал. Но это опять же от организатора зависит. Они должны заложить уровень.
Если они заложат уровень начинающих, они и будут рассказывать, понимаешь, как доставить и как заказать, провести переговоры с производителями в Китае. Вот, то есть другого варианта, в принципе, нет. Согласен. Вот, из-за этого, если организаторы все правильно выстроят, то есть скажут, что здесь люди уже на Амазоне нормально, обороты такие-то, их интересуют такие-то вопросы. Или личный опыт, или динамика Амазона к чему стремится, что там постоянно киворды, серстерн, разговоры, то ну, сколько у нас там, я уж не помню, 4-5 тысяч символов 100 лет назад было у нас, потом 400 символов строчки, сейчас 250 символов строчки, я вот слышал 2 месяца назад. А сейчас читал, человек написал там, скинули пост о том, что вообще всего 250 символов будет. Вот, борьба за релевантность. Они тут пишут, я так смотрю, когда ты пишешь осиной двоеточие. Двоеточие зачем ставишь? Я ни разу про двоеточие тоже не слышал. Мы без двоеточия делаем. Просто осин и текст или ключ, или ключевой запрос. Ну, я не думаю, что оно сильно изменится. Это кто-то один когда-то, это так именно говорил, так, как и делали. Я не думаю, что двоеточие изменит результат выдачи. Можно без двоеточия, если есть такой опыт, почему нет? Ну да, мы просто, я ни разу двоеточие не делал, честно вам сказать. Да, ну, в принципе, то есть индексация, ребята, сейчас на сегодняшний день проблема индексации настолько остро стоит. Вот это вот сокращение количества символов, которые индексируются, я считаю, это, блин, развод Амазона, реально. Ну, специально PPC-шек запускай, что понятно тут все. Нет, но есть продукты, понимаешь? Они прямым текстом тебе говорят, органических веб-продаж у тебя теперь не будет, ты будешь платить за рекламу. Ну да, я так считаю. Что, то есть они не сокращают количество индексируемых строк в разделе Keywords, да, Search Terms. Они сокращают именно те, что органика кушает. Знаешь, к чему это приведет? Вот мое убеждение, как с этим бороться? Я буду просто, блин, плодить листинги с одним и тем же товаром. Ну, я другого варианта не вижу. То есть, чтобы органикой продавать. Если я вижу товар успешный на сегодняшний день, он у меня продавался 200 штук в день. Сейчас в результате этих исполнений с индексацией он продается 120 в день. То я создам еще один листинг, только не буду называть свой бренд. Его и так уже знают, да, в этой узкой нише. И зайду в первый листинг в основные ключи, во второй второстепенные, которые тоже, в принципе, у меня много ключей. Есть товары, у которого там с десяток ключей, раз-два я общался. У меня этих ключей, блин, основных только, наверное, высокочастотников, среднечастотников до сотни. Как бы я на мостик, на шпагат садился, они не поместятся в буллеты и тайтлы, в дескрипшн. Даже это будут одни ключи через запятую или без запятой. А то когда я беру, вот захожу сейчас, буллеты прогнал через индексацию, 2 буллета из 5 индексируются, остальные частково. Ну, частично наружу. Понимаешь? Я начинаю этот буллет прогонять через ручную, то есть каждый, ну, я свои ключи знаю наизусть уже, каждый ключ на индексацию, они индексируются, но тайтл почему-то с ними полностью не индексируется. 90% это ключи в тайтле, а весь тайтл не индексируется. Что это, как это, зачем это Amazon делает, я не знаю. Я помню, когда я создавал продукцию, первый, там, второй, третий, индексировалось все. Ну, description частично, там понятно, там воды. Ну, я description даже не проверяю, если честно. Но буллеты в полном объеме заходили. Я не понимаю, что изменилось. Я же буллет не менял, зачем ну, такое делать? Ну, и в итоге получается, все оно вроде индексируется, но с каким-то, знаешь, перепад-выпад-вертом. Продажи то падают неспроста. То есть, если все индексировалось, у тебя позиции были топовые, да? Ты продолжал крутиться, там все нормально было. Почему резкий обвал? Причем обвал произошел до вихрей падения. То есть начались сначала проблемы с индексацией всех. Вы видели это в группах, происходили диалоги. У того, блин, Search Terms перестал индексироваться. Ну, некоторые это объясняли тем, что, знаешь, что некоторые объясняют тем, что у меня вообще ничего не сдвинулось, все нормально. Я никогда не пользовался индусскими способами и так далее. А в основном страдают те, кто этим пользовался. Не знаю, я ничего не могу сказать по этому поводу. Затрудняюсь. У всех по-разному, и я не могу сказать, что это было привязано исключительно к индусам. Абсолютно. Я с этим не могу не согласиться и согласиться одновременно. Мне кажется, здесь целый фактор, целый комплекс факторов, который на это влияет. То же самое, что не просто так у нас все отзывы убирают, правильно? Мы все делаем одинаково, по большому счету. И куча там отзывов у нас выкуплена. Но просто какого человека запалили, где-то они цепь поймали, цепь связь, пообсчитали, так, все удаляют. Так же с индексацией. Мне кажется, вот эта вот карусель майская заканчивается. В апреле, как вроде там с 20-х чисел это все началось, вот уже, считай, у нас июнь. Уже скоро будет 2 месяца. Ну, с 20-го, в принципе, 2 месяца уже есть. Была карусель.
То есть товары прыгали с места на место вообще не дуро. Сейчас все это меньше, меньше, меньше. Что будет дальше, вообще никто не знает. Мы сейчас запустили, вот я говорю, несколько товаров, посмотрим, но пока даже индусов не видно, чтобы они там что-то делали. Вот и 7 человек попробовал. Там и индусов, наверное, всех подряд, да? Кто может там товары задвинуть. Там всех. Никто и не работает, я и говорю. Новосибирск, блин, и украинские, и, блин, россияне, другие там, ну, всех. Я об этом говорю, что ничего не работает, просто многие не верят. Вот человек вам говорит, который пробовал, потому что я как бы со стороны продажи этих услуг работаю, просто я не люблю. Ну, я просто не понимаю, зачем предлагать услуги, ни хера не работает. Ну, какой смысл вообще в этом? То есть, да, мы вот аккуратно попробуем сейчас, потестируем. На своих попробовали, вроде ничего. Сейчас попробуем, не получится опять откат. То есть, чтобы зачем рисковать? Ну, у нас народ, я говорю, вот, тут вот рекламируют, рассказывают, мы вот это, мы вот то. Я говорю, блин, ребята, а как вы можете это гарантировать? Там нам сказали. Кто сказал, что сказал? Я знаю огромное количество всех этих крупных, кто по этим продвижениям занимается, и они все в один голос говорят. Все говорят, в принципе, что они продвигают товар на самом деле, но продвигают свои, и ресурсов у них не хватает, и даже свои товары они не всегда могут продвинуть до конца. Ну, то есть мощи просто, он говорит. Люди вот объясняют, я со мной говорю, когда, что там, начнется вообще, не начнется. Он говорит, я даже свои товары, бывает, довести только до второй страницы могу. Не то, что до первой, даже до второй не могу. До второй, говорит, довел, вот стоит, только отпускай, у меня сразу валится. И все, из-за этого тактику надо менять, стратегию менять, форум там, пообщаются, народ нам что-нибудь расскажет. Я думаю, многие там будут, в любом случае. Ну вот, так да. Что. На самом деле, то есть из того, что вот я вижу, да, процесс автоматизации бизнеса сейчас ставится в номер один, да, в нашем случае. И я буду готовить, то есть, свою автоматизацию, то есть я буду планировать до осени полностью автоматизировать процессы. Штанаря потом подготовлю кейс какой-то живой такой для полезности для всех. Поделюсь, как это у нас получалось, с какими проблемами мы столкнулись. Но не сейчас, ближе к осени, потому что реально, ну, это сложный процесс. Из того, что я услышал даже по Дропшиппингу в автоматизации, это надо пройти путь. Самый основной геморройный вопрос – это инструкция для каждого специалиста, которого ты нанимаешь. Ты ее должен прописать так четко, чтобы исключить вообще какие-то ошибки и разночтения. Это самый большой труд будет. Далее она будет, конечно же, корректироваться по ходу, но она, во всяком случае, не будет критической массой ошибка нести. Это важно. И вот если я понимаю, как саппорт, например, делегировать сейчас уже, да, мне очень сложно сейчас понять, как мне делегировать настройку PPC, честно. Потому что многие вещи я делаю уже интуитивно. И тот опыт, когда я привлекал других посторонних людей, только показывает, что мне после них приходится переделывать. Ну, то есть у каждого свой опыт, у каждого свой стиль там работы с PPC, но на сегодняшний день я вижу, что это самый сложный будет процесс делегирования. Что специалисты из Google рекламы, с Facebook рекламы не подходят для этой позиции только потому, что у них шаблонное мышление уже после того опыта в тех видах рекламы, в Яндексе рекламе. Они не понимают одной вещи, что инструмент рекламы на Google, он создавался специально для продавцов, то есть, то бишь для нас, да? А PPC на Amazon, это, блин, лишь бы что-то было. Вот так я ее вижу для себя. Это корявая, неудобная, неинформативная, ее инструментом назвать нельзя. Статистика ограничена, я не вижу, блин, по каким ключам у меня покупают. Только в рекламе топ, блин, половина кавычками какими-то скрытые. Почему, непонятно. Я деньги плачу. Ну, как владелец бизнеса, который заплатил за рекламу, должен получить полную статистику. Ну, логично это. Ну, ты его услугу купил, тебе должны за него считаться. Отчет по рекламе должен содержать отчет по рекламе. За каждый мой доллар. А в итоге я вижу, наблюдаю, что, блин, 70% я вижу, а 30% почему-то от Amazon скрывает. Тем или иным, даже причину не объясняю. Почему он скрывает от меня, по моей рекламе, за мои деньги купили у меня продукт, и он меня скрывает по какому ключу? А вот я подозреваю, что неспроста это дело, потому что там ответы на многие наши вопросы. Очевидные причем. Ну вот, поэтому я же говорю, те ребята, которые приходят с Google рекламы, там специалисты звездные, даже не исключаю, что у них опыт богатый и успешный, они не подходят для делегирования PPC рекламы.
Потому что шаблонное мышление не позволяет им по-другому подстраиваться. Они начинают материться, рассказывать проблемы, которые столкнулись они. Как мало статистики, как это невозможно работать, да. На сегодняшний день я наблюдаю следующую картину. Последние несколько, наверное, неделю колбасит и PPC рекламу. Как это выглядит, Колбашева? Ты тратишь деньги, но ты в онлайне не видишь списывания. Тебя кусочками сбрасывают там с каким-то опозданием. Причем ты не поймешь даже степень опоздания в процентах. То есть вот у меня живой кейс. 2 дня подряд был жор рекламы. Продажи просели и, конечно, стимулировали. Прервалось что-то. Все нормально. На каком месте? В начале рекламы, жора реклама у тебя там. Да. Ну ты возобновил уже? Да, там все работает. Это скайп вылетел, не программа. Да я понял сейчас. Короче, суть в чем, что Амазон нас дурит. Он на протяжении следующих суток до вечера. Слышно меня? Сейчас слышно, хорошо. А сейчас не слышно? Какими-то этими урывками. Ну да, плюсиками как-то хоть пусть проклацает, обозначит. Да, я вижу плюсики, все идет. Нормально, да? Да, не будет звука, я тебе сразу скажу. Хорошо. Ну смотрите, то есть получается, Amazon нас обманывает, дурит, лжет нам. То есть все на протяжении следующих суток, после предыдущего дня, он сказал, что 1200. Я это точно знаю, потому что я ехал в поезде на Львов, и я раз 5 зашел, пока появлялся интернет, прокладку проверяю рекламу обычно. Я фиксировал, что yesterday у меня 1200. На 20 он как-то... Откуда это так стало? Дальше по одному и по одной из компаний перерасход. Я начинаю разбираться. Это автомат. У меня включены всегда автоматы и мануалы параллельно. То есть там люди копья ломают, что это неправильно, но поверьте мне, то есть в моей конкурентной нише любой источник продвижения ключей, он того стоит. Так вот, я вижу, что по автомату перерасход идет бешеный. Я такой, ого, а что, в чем дело? Ставку я не менял. То есть она от вчерашней ничем не отличает. Начинаю сравнивать количество кликов и показов, я вижу, реально у меня скликивание происходит. Это при том, что Amazon, я месяц назад с Амазоном качался, было скликивание по одному из автоматов, и они мне, там разбирались долго, но они списали половину суммы, которая была израсходована. И они меня убедили в том, что у них совершенная программа защиты от скликивания. Что происходит, по моему мнению? Вот эти все ребята, пакистанцы, индусы, которые остались без работы, у них масса своих аккаунтов, тысячи, с которыми можно заходить под разными IP-адресами, что они раньше и делали. Они сейчас их перенастраивают и пока с чернухой занимаются. То есть любой конкурент, если знаю, имеет доступ к таким индусам серьезно, может заказать на своего конкурента вот такую атаку на скликивание. Он видит злополучный баннер, который висит у него в листинге, например, мешает им продажи, осадит. И он направляет все усилия этих индусов за копейку малую на скликивание твоей рекламы. Просто там, помните, плюсики ставили индусы в отзывах? Столько это стоило? 10 центов? Ну, тут то же самое сейчас делает, он богатый, он может себе позволить. И лупашит мне, 500 кликов. 50 баксов всего, да? А мне 500 кликов эти сжирают 700 баксов. Мало того, что сжирают 700 баксов, конверсия резко падает по этому листингу. Итого результаты. Я понимаю, что прошлый день прозевал 200 баксов, потом 300 баксов, в итоге 500. И на выходе мы видим падение BSR в 2 раза, с 500 до 1000. Падение конверсии бешеное. То есть перестали, продажи падают резко, стремительно таким образом, что вот инструмент, за 50 баксов любого конкурента можно ухохорить так, что, пожалуйста, занимай его место и торгуй.
Ну, это так, это чернуха. Я всем всегда говорил, я не использую чернуху. Даже если я вычисляю, кто меня садит, у меня не поднимается рука ответить ему тем же. Уже это карма, я считаю, ну, верю, что где-то, если мы делаем все честно, то оно нам где-то воздается там деньгами, успехами и так далее. Но факт остается фактом. Я опять задаю себе вопрос. Я сейчас неделю занимаюсь тем, что каждый день собираю статистику. То есть что я сделал? Я на этом автомате не выключил его, а поставил 0,03 цента. Ну, короче, 3 цента поставил за клик. Это была просто для статистики вынужденная мера. На самом деле конверсия продолжает падать. То есть ставя 3 цента, ты все равно продолжаешь убивать свою конверсию. И на следующий день я вижу 9 тысяч показов, 500 кликов. Конверсия по кликабельности бешеная. Продаж, конечно же, нет никаких, но деньги продолжают списываться. И клики лупашат с той же скоростью, как и вчерашний день. Но Amazon я не могу предъявить, потому что он говорит, тебе надо 3-7 дней, пока подтянутся все данные. Вот я сейчас занимаюсь тем, что собираю за 7 дней, зафиксировал даты эти, когда скликывать не было. И собираю статистику до того, какие были у меня показатели окосы, после того и во время. Теперь буду качаться с Амазоном, доказывать ему, что я не ешь, верни мне деньги, но они мне тоже нужны. Но факт остается фактом, что вот вчера, сегодня утром я видел, у меня $380 списалось за рекламу. На сегодняшнее утро это, ой, на сегодня, сейчас на вечер это уже 520. Много, мало ли, для многих игроков Амазона, особенно тех, кто начинает, я думаю, $150 это большие деньги. А для меня они тоже не лишние, если это $150 лишних денег. В результате вот, и все вот это вот, вся манера вот этого вот Амазона поведения нахлебательского отношения к продавцам, она проявляется вот в таких вот вещах. И мы ничего не можем с этим сделать. Списать письма Безосу, это все до задницы. Я, мое личное убеждение, что с того момента, как озвучили, что Microsoft, а лично Билл Гейтс по капитализации опять победил, и Амазон перешел во второе место, у Безоса произошел, этот нервный срыв, моча в голову ударила, он теперь решил зарабатывать бабло. Потому что резкие вот эти все изменения, они очень видны, что это идет финансовый поток в карман Безосу, в PPC. Вы видели в последнее время, какие ставки сейчас по ключам в PPC? Особенно по высокочастотным ключам. Да они в космос улетели, реально. У меня был высокочастотный, 4,5 миллиона запросов. У него в лучшие времена, в новогодние, $1.80 ему была цена, клику. На сегодняшний день $7. Где такое видно? И кто будет тратить? А вот эти дебилы, о которых говорил Денис, которые со старта влетели на вихрях, которые органики ноль, листинг ноль, у них только на вихрях все успехи были. Теперь PPC перебирают. У них битком забитые склады в результате резкого обрыва вихрей. И они лупят сейчас бабло, которое они заработали в первый период, лупят в PPC. Причем лупят, вообще не понимая, что такое PPC. Они видят тут предлагаемые ставки в PPC там, от доллара до 7. Вот он берет, я буду 7.01 ставить, чтобы всех перебить. И херячат. Это идиотизм, но это факт. Они перебивают, и ставки растут стремительно. А нам, чтобы с ними конкурировать, нужно выстоять в средних ставках хотя бы по $3, в неделю. Это только после этого у меня начнут ключи падать. Ну, ставки по ключам начнут падать. Амазон увидит, что ты его кормишь каждый день. Потихонечку начнет уменьшать эти ставки. И вот 2 недели я упираюсь с этим PPC, заходил я, было 3.40 у меня уже были ставки некоторые. Вот на сегодняшний день эти ставки 3.29. Ой, $1.29. То есть я слил кучу денег в PPC, чтобы сейчас уже можно по адекватной цене было по этому ключу, ранжироваться и продавать. Без этого ключа я не могу. Не могу выключить его, потому что это высокочастотный ключ, который является основой продаж по этому продукту. У многих ребят, я знаю, это основной ключ, один высокочастотник, который делает им все продажи. Вот я с несколькими общался на форуме. У них всего один высокочастотный ключ. Другого нету, и вариаций нету. Дальше несколько среднечастотных и длинный хвост с низкочастотником. Так он мне говорит, 80% продаж приносят вот этот ключ. У него один ключ в отдельной компании создан, стоит. Понял? Один ключ экзакт, один ключ стоит один ключ стоит в этом. В разном соответствии, короче. Да. То есть вот. Ну, а у меня их 15 высокочастотников, которые настроены по такому же принципу.
Если один из них самый жирный, то он остается самым жирным. Вот этот, блин, вот эти изменения нас заставляют думать о других механизмах. Что на PPC свет не сошелся. Что пора бы, наверное, вспоминать о соцсетях, которые в итоге обойдутся нам дешевле. Если посчитать мои затраты на рекламу последние две недели, то мне проще, наверное, было SMM-щика нанять, и он бы мне за месяц раскачал и Инстаграм, и Фейсбук, и уже людей бы нагнал бы за деньги, американскую аудиторию. Вот это есть тот факт, что всем игрокам, которые уже крупно так играют и понимают, что это бизнес, да, которые продолжают развивать это как бизнес, уже начинаем задуматься. А PPC, ну блин, это хорошо, конечно, но оно уже не дает того результата, как раньше давало. Раньше я высокочастотник в PPC лил каждый день по 100 баксов. Через неделю я в топе. Ну, так было. Это факт. Сейчас я слил на него, блин, 3000 и галя. На второй странице. Ну, блин, так за 3000 я за штуку найму СММщика, 2000 на развитие соцсетей дам. Я просто имею опыт этот по другому проекту. И будет все шоколадно, и трафика будет больше, и продаж будет больше. То есть, ну, задумайтесь об этом, что на PPC свет не сошелся, и давайте, наверное, думать уже. Положительного опыта нет, вот в чем проблема, понимаешь? Вихри давали положительный опыт, PPC давал положительный, тебе же на первой странице. А я вот ни одного человека не знаю, к сожалению, пока. Кто лендинг раскачал, кто смог раскачать соцсети нормально. Также деньги влили, мы даже делали на одном товаре предзаказ. То есть он у нас подъезжал, мы его рекламировали по Фейсбуку, таргетинг настроили, то есть все дела на аудиторию на свою направили. И ничего, деньги сливали, не получилось. Пока уровня такого, может быть, сюда люди эти не пришли, спецы. Нам же спецы нужны не наши, скорее всего, а их. Да. Вот, а америкосовские нужны, которые этим занимаются профессионально. А мы все-таки ограничены вот в этом, то есть не понимание, кто из них-то круче. Когда раньше можно было курсы, кто у кого круче курс. Тут по-русски не поймешь, кто чего рассказывает, а по-английски мы. Они могут красиво говорить, и мне некоторые, знаешь, что нравится. Начинаешь с ним разговаривать, он говорит. Я говорю, мне такое ощущение складывается. Если по-английски говорят, знаешь, он специя. Знаешь, он все, вообще гуру, все знает. То есть, если он вот по... Там вот я тебе могу сказать, уровень образования я не знаю какой. Вот я знаю, какой у меня уровень образования, с кем я общаюсь, какой уровень. А там я не знаю, я, так как языка я не знаю, я не могу его в беседе оценить, что он из себя представляет реально. Что он может сказать, что он в теории понимает, что он в практике понимает, где он до этого был, что такое Амазон. Амазон существует вот какой период времени. Мы же не из вакуума все, раз и в Амазоне оказались. Один, блин, там, я не знаю, студент, другой там сантехник, третий врач, четвертый учитель. Пятый продажник там со стажем, а шестой SEO-шник, SMM-щик, там, я не знаю, там кто там ему. То есть люди все разные. Один может универсально все в себе вот это сплотить, а другой хочет заниматься определенными вещами. Вот, из-за этого я вот за год узнал там кучу вещей, я с интернетом не связан был вообще никак. Ну, то есть вообще никак, ему. То есть я там лет 7 назад торренты не знал, как скачивать, ему. Вот, у меня до сих пор ни одного аккаунта в сетях нет. У меня ВКонтакте, я через аккаунт дочери, группа. Вот. А здесь, в Фейсбуке, вот чисто личный аккаунт, это чисто потому, что в Фейсбуке по-другому нельзя. Вот и все. То есть у меня нет ни друзей здесь, ничего, только по работе. Я не понимаю, мне это не надо. Есть люди, которые любят строчить, я всем и пишу. Звоните в Skype. Я лучше один раз поговорю, чем 10 раз напишу. Я ненавижу печатать. Это меня бесит, ё-моё. И когда я сейчас смотрю всякие передачи, читаю, что там вся жизнь перешла, вот это, история в телефоне, все там написано, печатно. Ну, я не такой, все, я уже древний, значит, это не моя тема. Ну, вот, и за это, блин, ну, каждый по-своему. И вот я говорю, соцсети, ну, осталось или людей таких найти, мы говорили и про, помимо соцсетей, мы же должны куда-то трафик гнать, мы же, скорее всего, не напрямую уже будем гнать, по-хорошему. Нам надо сделать сайт. Сделать сайт какой? Большой или маленький? Лендинг или действительно полноценный? Или тот же, например, использовать там Shopify, грубо говоря, что логично, в принципе, там уже все прицеплено, и мороки нет, там стоит каких-то там 30... А для этого какое количество товара у нас должно, какой должен быть оборот для этого? И понимаешь, что вот, что раньше, курица или яйцо? То есть, блин, вроде ты знаешь, например, сайты, человек-специалист в этом, а у него еще товара продаж нет. Продажи есть, он ни хрена в этом не разбирается. И за это, понимаешь, вот когда мы все это постепенно к этому придем, или объединимся. Потому что я, например, с удовольствием, я вот и Денису Лимченко сколько раз говорил, я говорю, я с удовольствием с тобой запущу какой-нибудь товар. Вот с удовольствием. Мне очень интересно с людьми запустить. Вот я
я начинал все это вообще, вот это все, вот это вот, вот эту группу и все остальное, я общался с людьми, чтобы обменяться опытом. Потому что в те времена, год назад, вот эта тема, никому не говори про свой товар, туда-сюда, пятое-десятое, умалчиваем, почему это, смысла об этом обсуждать нет. Я шел к этому. Вот год прошел, уже в принципе жевать, ну все понятно, более-менее. Все меняется постоянно, что-то новое, что-то старое уходит, что-то там, что-то интересное, фишки. Но вот меня сейчас больше интересно второй этап, это вот именно вместе запускать товар. Вот это совсем другой опыт уже. То есть вот эти форумы, это как бы классно. И вот если на этом форуме найти себе такого или партнера, или даже вот говорю, с кем мы общаемся, кого я уже знаю хорошо, я со многими, то есть вот у меня уже, ну там, мы уже там с Женей, например, там с Валентином уже товар запускаем, с Сергеем несколько товаров запускаем. То есть просто интересно с людьми даже запускать эти товары, чтобы обменяться вот этим опытом, как вот в экстремальных ситуациях себя человек, что он делает, как он делает, да, с разграничением обязанностей и так далее. Тоже вот такое вот направление, оно может быть не глобальное, но мне интересно, например. Да, согласен, это опыт. Причем с каждым, я вот уже вижу, с каждым запущенным товаром, то есть у тебя уже подход меняется. Многие вещи становятся банальными, да, то есть ты уже на автомате многие вещи делаешь, а некоторые ты уже одуманно, то есть на основе тех ошибок и тех реалий, которые уже на сегодняшний день изменился Amazon, ты уже что-то начинаешь поправлять. То есть я так запустил за последний месяц 3 новых продукта, да, я заметил, что каждый новый продукт уже как-то свою изюминку, да, там вставляешь. Новый подход, там, спору ключей, там, по-другому внимательный или менее внимательный тот же анализ ключей. У меня то одна категория товаров, да, ну, а каждый имеет свою изюминку продукта, и хочется, чтобы он же по этому ключу продавался. И вот, де-факто получается, что прошлый товар, там, например, первый из этих трех я запустил, он легко вошел, так, знаешь, без вихрей, без ничего. Пошел, раскачался там до 40 продаж в день, сейчас падение до 20, причина непонятна. Ну, конкуренцию надо не забывать всегда. Любой бизнес, цена входа с каждым годом будет расти. Из-за этого ничего удивительного, когда я надеюсь, через год мы еще будем по этому поводу общаться, и, ну, просто нет причин, куда это может уйти. Но я, по крайней мере, не вижу. Есть Европа, все это развивается, Amazon, причина, чтобы, например, закрыть все это и вендоров перевести, я сомневаюсь. Вот. Ну, опять, загадывать смысла нет. Но через год, мне кажется, и по деньгам вполне возможно все изменится. То есть вливания совсем другие будут. Потому что уже не актуально, например, будет 5, там, 3, 5, там, 10 тысяч долларов, потому что просто не войдет. Ну, просто бессмысленно. И вложение, чтобы на окупаемость товара, ну, по крайней мере, по старым учебникам нас учили 3 года окупаемость бизнеса. А мы хотим ее, мне говорят, народ, я уже устал. Вот если я первую поставку в ноль выйду, это хорошо. То есть человек смирился, что он сразу не заработает уже. Я говорю, стоп, я понял. То есть вы уже смирились, что сразу бабок не намоете. Да, то есть хорошо. Даже согласен на небольшой минус, короче. То есть, наверное, учебники не читали, что 3 года себе выход на окупаемость, какой-нибудь там крупный проект, там 7 лет окупаемость, 10 лет окупаемость. А тут за одну поставку, хоп, и уже в ноль, а вторая уже пошла в доход. То есть мы явно общаемся на каких-то разных таких вот планетах находимся, и реально у многих, и это получается. Я не к тому, что это не получается, реально получается. Полно людей, которые с первой поставки зарабатывают. Многие пролетели, многие ошиблись. Очень многие ошиблись, вот сейчас я только с человеком сегодня разговаривал, просто привезли мало тест. Знаешь, какой тест? 180 дорогого товара. Ни туда, ни сюда. Причем это дорогой товар, я его все знают вообще. То есть, ну, просто вообще все. Я сейчас троим или четверым его продвигать. Так этот дорогой товар, он что помимо, охрененно продается. По 50-100 штук в день на первой странице. Вы не сезон сейчас, 60 продаж на первой странице. У него тоже 3-4 ключа. Вот. А в сезон по 120. Я говорю, 180 это куда? 30-50 понятно. Мы pay-per-click запустили, офигенный бит, вылетели, промониторили наш листинг. Если он крутой, мы делаем релиз, новый листинг и заливаем уже большой количество. А 180 и раздать не раздашь. И вот PPC запустить, непонятно, потому что мы там столько продать не сможем. То есть человек не понимал, в принципе, как тестировать. То есть в любом случае, то есть такая тестовая поставка, и я говорю, я даже не знаю, то есть, ну, с такой конкуренцией раздать, ну, штук 100 надо, ну, 50-100, наверное. Ну, у вас товара уже не останется. Мы все раздадим, даже в топ, может, вылезем. Может быть, даже на первый полтинник вылезем. И что, вы вот эти все, что раздадите, вы по-любому не окупите никогда. Потому что в любом случае, вы вылетаете в out of stock, и когда вы его привезете, опять будем опять с нуля все это делать. И вот просто вот эту математику никто не объяснял. Я не знаю, где там люди
как запускались, просто они могли действительно, ну, просто ошиблись, и все. Из-за этого по поводу окупаемости, по поводу бизнеса и заработка, то тоже надо здраво как бы. Так, вопросы пошли. Ну, спрашивают, новичку запуститься, раскачаться, что обратить основное внимание. Ребят, это очень сложно. Изменения на Амазоне были всегда и будут. Ну, никуда вы от этого не денетесь. Что, всем остановиться, все тему Амазона закрывать, больше товара не запускать? Мы же запускаем новый товар. Да, никакой разницы нет. Просто я честно могу сказать. Надо адаптироваться под это. Да, все. Да. Просто адаптироваться и иметь план А, Б, С, Д. И понимать в принципе, то есть механика. Если у тебя есть механика, ты по этой механике идешь и постоянно ее улучшаешь. Как раз с каждым запуском товара у тебя приходит новый опыт. И ты, соответственно, попробовал это. Вот по кейвордам могу всем сказать. Пробовали вот с повторением, без повторения, с запятыми, с фразово, там, я не знаю, примерно одно и то же. Вот разные товары запускаем, примерно одно и то же. То есть кейворды влияют поскольку-постольку. Они влияют однозначно, очень серьезно. Вот. Но в любом случае, именно вот в этом жонглировании вот этих вот имен, названий, явок, цифр, к сожалению, такого вот сильного эффекта нет. Я помню в октябре, когда я перешел от бесповторения к фразу, это было актуально. Прям реально вот прям вскочил и все. То есть по всем ключам. Но сейчас такого нет. Но с другой стороны, вот наш классический запуск, как мы запускаем все товары, практически всегда все цепляется. Но у меня две вещи. Когда я заходил на Amazon, я не верил, когда говорили, постоянно правила меняются, вранье. Не может такого быть, что так вот. Реально это так. То есть вот за там, полтора года работы это факт. Второй факт. С этим я столкнулся фактом 7 дней назад. Я всегда считал, что все дураки, я по-любому смогу написать листинг на американском. По-любому. То есть я понимаю, как SEO написать, листинг, как все это делать. Вот по-любому мы напишем. Тут чуть-чуть в Walmart возьмем, тут это, воткнем свои ключи, все как надо будет. Вот, и мы уже у меня, да, и мы вот как раз загнались, много листингов сейчас у нас как раз идет. Я попросил реально именно только жителей Америки. Мне не нужны там, которые там переехали туда, которые там это. То есть вот реально попросил у человека, у него жена американка иная. Вот. Я, соответственно, ей дал почитать, и они просто угорают над нашими текстами, там или предложения не связаны. То есть набор предложений не связан по смыслу друг с другом. Или какие-то фразы, или словосочетания. Короче, не проходят листинги. То есть как ты не извращайся, не проходит. То есть в любом случае, всем советую обязательно делать проверку. Я как бы это говорил всегда, но чуть-чуть игнорировал. Думал, у меня-то по-любому получится. То есть, в принципе, словарный запас есть, все есть. То есть мы там. Они говорят, ошибок-то нет, в принципе, все грамотно, нормально. Но говорят, такой бред написан, просто я говорю, если такой листинг почитал, я по-любому бы ушла. При условии, что я пишу листинги короткие очень. То есть, если буллеты, это буллеты. У меня, по крайней мере, мы работаем с простыми товарами в основном. У меня буллеты, это пуля. То есть, человек не глядя, он уже понимает все его преимущества товара. Да, желательно их выцепить в недостатках у конкурентов, чтобы именно сделать на это акцент и прописать туда максимум ключей. То есть такой подход. Но и все равно даже там мы и то умудрились облажаться, мы, когда содрали несколько листингов в Walmart и пытались их совместить. Не получилось. Я думаю, так, надо, наверное, сегодня заканчивать уже полтора часа. Да, я написал, ребята, если есть какие-то вопросы, давайте на несколько вопросов ответим, будем закругляться. Да, согласен. Я даже не читаю, мы уловили мысли с тобой, это одинаковые. Угу. По кастомизации тоже я вот по этому поводу бесконечный разговор. Кастомизация бывает разная. Можно кастомизировать какой-то один элемент продукта, можно кастомизировать упаковку, можно кастомизировать корпус. Это все разный вход, разные затраты. То есть вы должны оценивать. И минимальные партии разные совершенно. Конечно. То есть меня сейчас, вот я сейчас меняю корпус, просто чтобы у меня есть успешный продукт, я меняю корпус. Вот свой индивидуальный уникальный дизайн. Это мне обходится $3000 форма. Месяц уже, блин, нервов и геморроя китайцам объяснять, что это не так, как мне хочется. Три раза подумайте перед тем, как кастомизировать полностью продукцию. Можно улучшать, там, например, там, увеличивая там, размер, либо уменьшая его, не забывать там, за другие запчасти, которые могут китайцы просто выкинуть, которые не помещаются, они уроды еще те. Поэтому надо трижды подумать. Что касается дорогих продуктов, $60-70, если это первый продукт, я вам зарекаюсь, блин, готов запрещать вам заходить в эти продукты. Ну, блин, ребята, войдите, блин, с каким-то
медиа-рисковым продуктом, научитесь, блин, это делать банальные вещи, какие-то стандартные, да, то есть отработайте свою методику работы с продуктом. Вы всегда успеете, если у вас деньги есть, если вы захотите, забираетесь заходить с продуктом $60-70 цена на выходе, у вас есть деньги, я рекомендую. Если они у вас есть, они же никуда не денутся. Пусть они целее полежат у вас в тумбочке. Зайдите с товаром $20-30, попробуйте, научитесь, блин, а лучше 10-20. Каждому свое, на самом деле. И отрепетируйте этот вход. Отрепетируйте успешный вывод первых денег. Отрепетируйте, блин, повышение затрат на рекламу, на сотрудников наемных и так далее. Отладьте бизнес-процесс, в конце концов. Не, ну человек потом не просто производство, может он там зарабатывает немерено на этом, маржа бешеная. Просто не забывайте, вы 60-70 продаете, если в Украине, долларов, ну то есть в Америке вы должны просто смотреть, почем там продается товар. Он может совершенно 60-70 продаваться. Но если там вы уже посмотрели, тогда здесь проблема будет у вас сам на старте, это как вы будете получать отзывы. То есть все, кто ко мне в конечном итоге приходит, там с раковинами, там, я не знаю, с какими-нибудь дорогими товарами, которые там по 200, по $300, велосипеды на моторах там, и так далее, у них всегда одна проблема. Как получить отзывы? Вот, как бы там ни было, у вас с нуля покупать не будут. Нужны отзывы. Да, можно купить неверифицированные, даже сейчас верифицированные уже продают отзывы. Но в любом случае это сложно. А манипулировать вот эти вот друзьям, привозить, увозить, отправлять товар, даже если он у вас дома, даже если вы через не FBM торгуете и вы отправляете аналогичную посылку размерами и габаритами своим там друзьям в другие штаты и так далее, все равно это будет проблема. Это фи, это проблема вылететь из байбокса, если очень дешево продавать, правильно? То есть, понимаете, да, сколько вы на маркетинг денег просто потратите в любом случае. Как доставлять первый раз свой товар? Быстро. Без нервотрёпки. Да. Первый раз, когда вы везете товар, и вы не понимаете своего поставщика, нервы дороже. Проверить обязательно надо товар, потому что, когда окажется товар, там плохой Амазон, ничего не проверяет, и он вам только предъявляет. И второй момент, быстро доставить, чтобы не нервничать. Я со многими людьми общался, когда они вот в этом состоянии были, ну просто в таком... Ну, мы уже практически в PayPal писали, что там, верните деньги. А, по поводу форума. Ну, мы как раз по поводу этого разговаривали. Коль, я тебя тогда спросил как раз, это коммерческие мероприятия? Я просто вот в группе, вот и сразу хотел подытожить. В любом случае, стараюсь. Эта группа, как бы, в любом случае, это заработок. Все должны зарабатывать, я считаю. И если, грубо говоря, вы когда выкладывали форум, я этого не понял, и что у вас какой формат, и я, соответственно, вас, насколько я помню, заблокировал. Потом со мной созвонился, я всегда открыт для этого. Мы и не раз, так скажем, в этом отношении сталкивались и с другими людьми. Ой, созвонились, вы объяснили ситуацию, что, как, я всегда с удовольствием поддержу. Просто я считаю, если есть коммерция, я как бы вот эту группу силы и время потратил, я считаю, я должен с этого тоже что-то, может быть, зарабатывать. Или, например, мне очень многие люди там чем-то помогают просто-напросто. Вот. А если это не коммерция, и если это сервис тот, который мы не предоставляем, да почему нет? Я готов всегда к сотрудничеству, просто бесконечно работать бессмысленно. Так, у нас опять отвал скайпа. Так что звоните в любом случае, я на связи. Что-то опять скайп отвалился. Ну, неважно. То есть я просто говорю, что если мероприятие, тем более как у вас, ты мне объяснил, что это не как бы не коммерция, в первую очередь именно собраться, то тут вопросов вообще никаких нет. Я с удовольствием всегда такие мероприятия поддержу. Там что-то на экране это светится, блин, скайп. Все, работает. В группе. А он сейчас обновился уже. То есть я тебя уже вижу. Ага, хорошо. Так, ребята, что касается PPC, слышите меня, да, все? Там спрашивают, стоит ограничивать, не стоит ограничивать. Блин, как в любом бизнесе, вы сразу все эти деньги ставите, на, не знаю, PPC, блин, не знаю, инструмент. Тут спрашивают еще, по каким ключам выставлять. Ну тут, ребята, это уже такая, глубоко в лес. PPC – это отдельный, блин, семинар можно проводить. Блин. Да, и не раз. Тут можно раз в неделю просто по этому поводу говорить, и всегда что-то новое можно рассказать. Потому что PPC – это надо, это SEO, это надо понимать, как выбирать ключи. На самом деле,
Ничего великосложного там нет. Это не высшая математика, и не физика, и ничего такого. Это просто статистика. Выбираете, выбираете, ковыряете. Берите тайтлы, начните с тайтлов. Вот, хотя бы. Сейчас есть другая возможность. Сейчас есть возможность вскрывать конкурентов. Есть там программы «Мы делаем», есть там люди другие, которые занимаются этим. Вот, то есть вскрывайте конкурентов. Но имейте в виду, вот, кстати, может быть, кому-то будет интересно, я уже многим говорил, на данный момент мы, ну, достаточно много вскрыли ключей конкурентов. Люди заказывают, естественно. Они кого заказывают? Естественно, топовых конкурентов. Ну, то есть бестселлеры, Amazon Choice, те, кто, как по крайней мере, по внешним факторам, самые нарядные. У кого красивый листинг, то есть буллеты, отличные фотографии, отличный тайтл, классный дескрипшн. То есть все дела. Мы их вскрываем. Могу вам сказать, 70% людей, кого мы вскрыли, от одной фразы, от одного слова в строчку до пяти. То есть, грубо говоря, практически у всех топовых продавцов заточены на определенные ключи. Вот по iPhone Case, например, там у меня есть там один чувак, у него прям написано iPhone 5, iPhone 6, 7, Case, там и так далее. То есть в одной строчке по одному слову, в каждой строчке, то есть всего 5 ключей. Я, в принципе, это все стерся? Все стерся, да. Вот мы сейчас скрываем, я просто смотрю, и мы офигеваем. И человек, который мне это делал, он говорит, единственный людей предупреждает, потому что он уже давно этим занимается. Он говорит, я просто вскрываю, мне некоторые предъявляют за то, что это как бы нет. Вот где-то 70% вообще уходят от большого количества ключей. Вот. А там получается, помимо этого, она же и вариация, она уже перепрыгивает, запрыгивает. Вот. И только 30% вот этого мяса, где у нас там, я не знаю, 4-5 тысяч SKU, там, символов, когда там забито все, там, ну просто пипец. Вот, кто-то запятыми делает. Не надо вообще вот это вот говорить, без запятых, запятыми. Я вам говорю конкретно, вот мы скрываем топовых продавцов. Вот у них именно так все. Вот, статистику, конечно, мы будем набирать в любом случае, но сейчас, на данный момент, это так. Так что имейте в виду, есть много инструментов, то есть работаем, и те же индусы работают. И вот тот же SearchTerm, 2 месяца назад я говорил программистам, что это один из самых важных элементов, сделать типа keyword inspector. Ну вот сделали. Вот сделали это. Вот мы проверяли, просто супер. Вот, просто супер, раз, и ты видишь всех конкурентов. Надо это кому? Не надо? Я не знаю. То есть если человек, например, это кому надо? Если человек вообще не понимает и не хочет, то есть он там надергал, грубо говоря, взял, кстати, мне один человек просто взял и выдернул, взял просто этого самого топового продавца, которого вот он увидел, которого вот вырос быстро очень. Именно так органически, нормально, ему понравился, он взял его и воткнул. И у него реально продажи поднялись. То есть, короче, есть даже от этого смысл. А потом мы начали индексацию проверять и потихонечку чистить. И индексация ничего не помогла. То есть, как вот он вскочил чуть-чуть, приподнялся. Вот. Ну, и это еще может быть для тех, кто слишком любит аналитику. То есть что-то новое найти. Потому что у нас такое PPC? Это 50% сбор новой статистики, оттуда идет трафик продаж. То есть если топовые продавцы, и вы несколько вскрыли, посмотрели, может быть, вы что-то для себя новое подчеркнете. Но не факт. Вполне возможно, что Amazon соединил первое слово со вторым, или первое с десятым, или первое на первой странице, ой, на первом строчке и на второй. Так что гарантий здесь никаких. Да. Смотрите, количество отзывов, когда мы заказываем. То есть на старт, в принципе, никому не интересно, в том числе Амазону, отзывы одновременно заходить не будут. То есть то, что вы их выкупаете там массово, там, по математической прогрессии, вот я написал 2, 4, 7, 9, 12 в день, да. А по очереди каждый день по чуть-чуть наращивать. Это я набросал, вот то первое, что в голову пришло. То есть вам решать от количества купленных отзывов, какую эту прогрессию назначить. Растягивайте ее на месяц, растягивайте на 3 дня. Я агрессивно всегда вхожу в нишу, поэтому у меня сжатый период, в неделю выкуп происходит большого количества. Но потом надо быть готовым к тому, что ключи прокачались, пошли продажи, они резко упадут. То есть поэтому, ну, или те, кто не знает, что с этим делать, да, там на старте, лучше растягивать эту прогрессию. То есть 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9. Ну, это от бюджета зависит, от бюджета зависит. Надо понимать, что резко прекращайте продажи, у вас все падает. И не забывайте, когда чем хороши выкупы? То, что конверсия растет. А конверсия растет, вы продвигаетесь по определенному ключу, а вырастут все остальные ключи. Вот и все. И когда у вас прекращаются продажи, а получается, а приходят новые сессии, когда вас уже увидели, и не дай бог, у вас листинг не готов,
Все, это все на смарку. Все вообще на смарку. Деньги выбросите и все. Мало того, еще нахватайтесь негатива. Есть же такие пацаны, которые будут недовольны, получат ваш товар, если он не соответствует листингу, они прям будут писать отзывы негативные. Эти отзывы у вас фейковые, а товар на самом деле говно. Да, и все. Зачем до этого доводить? А у вас отзывов еще мало. То есть, грубо говоря, еще только 20-30 отзывов. И каждая единица, которая будет заходить, будет отнимать у вас по несколько процентов. По ползвезды, блин, за каждый отзыв. И потом долго и нудно будете восстанавливаться. Программ много, Sonar в том числе. Я, в первую очередь, у меня базовый Merchant Word. Да, Merchant Word обновился. Дает понимание. Да, он обновился. Плюс мануальный никто не отменял. Я мануальный использую постоянно, несмотря на то, что уже сколько это... Руками, блин, если новый товар, вбиваешь в поиск Амазона, пробел, смотришь вариации, и так, блин, весь алфавит. Да, абсолютно согласен. И... Там самые живые, по которым продается на Амазон. Если Амазон подсказывает, значит, люди эти подсказки используют, это факт. Значит, они заходят по этим. То есть, вот, соответственно, вам живые ключи, которые работают на Амазоне. Но не увлекайтесь, то есть, ключи должны быть релевантными. Чем релевантнее ключ, тем больше шансов, что по нему будет 100% продажа. У меня были, блин, эти продажи по таким ключам с окосом 1,2%, 2%. То есть один клик, одна продажа. Вот максимально релевантный ключ подобран. Да, он там выстрелит пару раз в месяц, но это 100%. Ну, думаю, тут вот последний вопрос-то ответен. Ну, а если не особо продаваемая ниша, скажем, 20-30 средний на первой странице, продаж, есть ли смысл агрессивно ходить? Тут вообще смысл. Или ходишь агрессивно, или не агрессивно. Неважно, 20 или 30. Просто вы на стадии определенной, вы увидите, что вы в топах по всем ключам. Все, вот надо примерно останавливаться или как-то там что-то новое придумывать. То, что у меня был вообще товар, мы заходили у человека на начальной стадии сезона, ну, перед летом. У него у топов 3 продажи в день всего было, топы. И мы за... раздач, по-моему, за 5 раздач мы стали топами с ним. И он вышел на 1-3 продажи в день. Вот и все. Из-за этого тут каждый раз и просто разные ресурсы. Мы из-за этого говорим, посчитать надо бюджет. Если вы входите в дорогой товар, где бешеные продажи, вы имеете в виду, что вам надо будет вкладывать бюджет пропорционально этой конкуренции. А если вы входите в простой товар, соответственно, то же самое. Пропорционально той конкуренции. Вот и все. И технологии уже, как кому нравится, это уже стиль. Это опыт, у кого что зашло в большем процентном соотношении. Именно так. Ну, я думаю, это самое. Тут, мне кажется, это вопрос у нас бесконечный будет. Ребята, органика, блин, ну, как дети малые. Органика, она либо есть, либо ее нет. Либо да, товар это... нравится, либо не нравится. Либо листинг зацепил, либо не зацепил. Ну, то, что Денис только что сказал, только другими словами говорю. Ну, блин. Ну, если она есть, органика, значит, пошло. Все, значит, товар хороший. Если не пошла органика, значит, мне надо заниматься, блин, листингом, либо продукт вообще не нравится, либо цена не. Анализировать, надо быстро-быстро анализировать, принимать решение. Другого варианта нет. Тестить. Почему я же говорю, запуск автомата, блин, в тестовом режиме позволяет уже первичное какое-то впечатление сложиться. Если у людей многих на автомате, на тестовой, уже идут продажи. Это шикарный сигнал о том, что товар продается. Почему я не выключаю автоматы до сегодняшнего дня? Потому что по ним идет уверенная и хорошая продажа. У меня 17-20 продаж в день автомат дает, что его буду выключать? Тут меня недавно критиковали, типа, неправильно, типа, оставлять автомат включенным, он там что-то начинает, блин, конфликтовать с этим, блин, с мануалом. Ты нихера не конфликтует. Если биты разные, он не конфликтует. Если одинаковые, то будет конфликтовать. Нет, так оно по умолчанию, мануал отличаются биты от автомата. То есть, они разная история у компании, у групп. Они предлагают разные биты. То есть, я использую, то есть, рекомендация то, что дает Amazon, и уже потом щупаю по 2-3 цента, пока не нащупаю золотую середину. Если автомат дает продажи, я выгружаю репорт, и там видно высокочастотный ключ, который также хорошо продает в мануале. То есть, но пусть оно везде и продается. У меня высокочастотный ключ стоит, в автомате продается, в мануале в экзакте, в мануале в броде он стоит, блин, и везде в местах он одинаково хорошо продается. То есть это, ну, блин, если это самый ключевой... Ну, самый жирный ключ, что он так и будет себя вести. Понимание, просто многие обожглись с индусами, вышли в трафик. Просто надо понять одно, что раньше, яйцо или курица? Раньше трафик, когда ваш товар еще никто не видит, никто его не купит в любом случае. Это факт. Автомат вас сразу показывает. Вывод индусами раньше вас сразу показывал.
вывод через раздачу, вас выводит сначала в трафик. Надо понять просто, что первое. Первое – это трафик. Вы трафик получили, теперь пользуйтесь, пока вы там держите. То есть вы заплатили денег там, вложили денег, и вы, соответственно, этим пользуетесь. Чем лучше вы подготовились, тем больше шансов. Чем более актуален товар, сезонность, наличие крутых брендов – это все база, это все классика. Все, соответственно, если у вас нет трафика, какой бы у вас великолепный не был бы листинг, бестолку. Ну, можете трафик получить разными способами. Сейчас просто индусов нет, это был самый дешевый способ и даже гарантированный. А PPC не дает гарантии, раздачи наши не дают гарантии, потому что даже мы сейчас выберем какой-то ключ, у меня сейчас уже такая ситуация. Раньше я выводил с 50 ключей, ну, с 50 раздач ключ выводил в топ первой страницы. Ну, это по низкочастотникам, жирным. Очень хорошим низкочастотникам. Сейчас мы, блин, долбим, а выходят другие ключи, короче. Ну, вообще дурдом, ё-моё. То есть из-за этого гарантий никаких нет. Наша задача просто сделать первую задачу. Это вывести в трафик разными способами. Вывели, после этого мы уже двигаемся дальше. Что нам надо? Чтобы наш товар покупали. Мы смотрим количество сессий, количество покупок. В зависимости от этого у нас будет изменяться конверсия. А уже с PPC вы это будете делать, не с PPC. PPC любят те, у кого вот они сильно автомат включили, и он пошел, попали в товар. Когда вы запустите 10 таких товаров, и они будут у вас одновременно заходить, это будет круто. Ну, реально, далеко не все, я вам могу гарантировать, товары через PPC так продают. Ну, это что делать? А кос 50%? Вот, то есть ну, это... да, на сегодняшний день у меня в среднем 50%. Потому что, ну, вот эти вот проблемы все с отваливанием. Да, но это явно не фантастика. То есть, если люди не понимают, это не фантастика. То есть, фантастика это там, туда, ниже намного. То есть, там, я не знаю, 20% там, я не знаю, 15, 30, может быть. Ну, у всех по-разному, разные ниши. Я тебе скажу, это не фантастика, потому что я прошел период, когда у меня в среднем окосы были по месяцу 17%. Ну, то есть, вот. Я скрупулезно, у меня продуктов было мало, я скрупулезно убивал все ключи, которые выжирают. Ну да, я же говорю, вот 17 это уже, да, это уже такое. Я видел окосы, которые там, вот как ты говоришь, там, уже там однозначные цифры, там, грубо говоря, там, проценты просто, уже даже не десятки процентов. Ну это я с людьми потом разговариваю, говорят, в основном это низкочастотник. То есть мы делаем упор, мы идем, у нас нет задач там покорить весь мир, вот, мы, соответственно, идем по низкочастотникам. То есть мы имеем продажи там, 10-20 продаж, идем на следующий товар. У нас нет задачи идти в топ и быть там бестселлером, грубо говоря. Ты, кстати, не загоняешься с этими значками бестселлер? Что, было, у меня же бестселлер недавно я взял, но долго я его не смог удержать. Ну, ты нишу себе специально подбирал? Не, ну она близкая к моему, просто смежная. Угу. Ну, то есть ты то подобрал, есть... попытался его удержать, но не смог, да? То есть там жесть. Да, не смог. Не смог, потому что там конкуренция бешеная. То есть я за счет раздач усилил продажи на неделю. Где-то я зацепился несколько, 3 дня побыл ну бестселлером. Ну и дал, что он тебе бестселлер. То есть, а резко сразу увеличились продажи? Да, да, резко увеличиваются продажи. Где-то в 2 раза сразу. То есть, бестселлер но... в 2 раза, да? Да, на следующий день я его потерял. Продажи так же самое вернулись на прежние. Объясни, как он тебя догнал? Если ты еще в 2 раза увеличил с бестселлером. То ну, по-видимому, есть... он не, тоже не пальцем деланный. Ну, понятно. Он отреагировал. Выкуп, сделал выкуп массовый на 1 день, отбил у меня его назад. Я ж не могу... с бестселлером, он там стоит бестселлером давно, я не могу с ним бороться по бюджетам, то есть у меня новый товар. Моя задача была прощупать, сколько, ну за счет этого я понимаю, сколько он продает. То есть я по прогрессии выкупа делал и нащупал количество продаж, при котором становишься бестселлером. Это у меня для понимания, в принципе, для анализа достаточно было. То есть что вот, в среднем на бестселлере там 30 продаж в день, данной подкатегории. Этого мне недостаточно, поэтому я меняю категорию на свою родную, со смежной. И я получаю уже там 45 людей. Но у Амазона есть память. То есть он запоминает, что ты был в той нише. Я в итоге уже там индексируюсь по 2 нишам. Ну, по 2 подкатегориям. А если бы я заходил в свою родную, я бы по 2 не индексировался. То есть что это дает? Я думаю, какие-то дополнительные там продажи и засвет где-то на каких-то там 3-й странице смежной категории. Че под категорию, это тоже хорошо. Ну, это, вот у меня месяц уже висит. Это ситуация и нормально. То есть, ну, я 2 подкатегорий и в категории индексируюсь. И это, а в одном продукте в 4.
потому что я зашел в одну смежную нишу. Блин, там как нарисовался конкурент, я его не могу неделю забодать. Перехожу в другую смежную нишу. Там неделю бодаюсь, не могу забодать. Третью перехожу. А Амазона память есть, он сохраняет эти все эти данные. И в итоге у меня, блин, висит уже там 4 строчки BCR в разных там подкатегориях. То есть там красивые цифры. Там 200 BCR, там 100, блин, там 1000. Ну, нормально. Я думаю, чем больше засвета, но это на самом деле, это по сути нарушение, поэтому лучше по-честному все делать. Все понял, думаю, надо закругляться. Вот последний, все, точно последний вопрос, Ильи. Артем, то есть, по сути... Начал расти с 17 на фоне активизации конкурента. Не, не так. Ребята, я переосмыслил отношение просто к ОКОСам и к PPC. То есть, когда у меня было 17, все ключи, которые выжирали, больше там 20% давали ОКОС, их просто убивал. А это есть неправильно, потому что под эту раздачу попали те ключи, которые там дают там 10-20 продаж в месяц, понимаешь? Я вот их реанимировал и смирился с тем, что у меня ОКОС вырос, но они дают продажи, а на самом деле продажи важнее. То есть к PPC на Амазоне надо относиться не как к инструменту зарабатывания. Ты им объясни, что PPC, вот эти 10 продаж, они же органику, то есть надо смотреть на органику, правильно? Заработок основной с органики идет. И они вот эти лишние 10, ты не потратишь потом на какие-то раздачи просто именно. Да, да, это инструмент продвижения, то есть он дает продажи, он тебе движуху, денежную массу, денежный поток создает. И само собой продвигает ключи конкретные. Это не простые ключи, это продающие ключи. Многие ты просто не понимают. Многие думают, что именно PPC генерирует доход, а на самом деле не так. Нет, доход генерирует, это органика. Органика, чтобы генерила, надо продвинуться по ключам. Вот если вы будете использовать PPC как инструмент для прокачки органики, это будет... Но опять же, не зацикливайтесь сейчас на PPC, потому что она не дает тех результатов, как давала раньше. Она жрет бабок в два раза, в три раза больше, чем раньше. Я сейчас вот в ежедневном контроле, блин, на ключах сижу, блин, с мониторю там 2-3 цента снижаю, если есть возможность сэкономить. Оно дает экономию там 100-200 баксов в день. Хорошо это или плохо, не знаю, потому что я смотрю на продажи в день. А что продажа по чуть-чуть в день, там прирост идет по 5-10 штук в день. Хорошо, значит, я все правильно делаю. Только я пережал где-то, все, пошел откат назад, уменьшение продаж. Это, ну, мне можно судить, потому что я понимаю дни, в которые мне хорошо продается, когда мне рост идет или и так далее. Я нишу хорошо знаю. Опять же, бывают сюрпризы. То есть у меня, например, провальные дни продаж, это пятница, суббота. А с PPC все... какая доля у тебя примерно, ты считаешь? 30-50%? А? С PPC доля. Продаж. С PPC процентов 20. Угу. Ну, тем не менее. И вот и в последнее время наблюдаю, пятница всегда провальная была, а сейчас она работает. Ну, что произошло там у них в Америке, я не знаю. Может, это связано с сезонностью, что лето уже надвигается, люди по-другому там свои дни уже планируют. Там. Пятница, наоборот, начала хорошо продавать, а суббота абсолютный ноль практически, ну там резкое падение. И вот здесь вот в этот момент начинаешь думать, а что мне сделать для того, чтобы в субботу компенсировать это падение. Вот тут вот как раз, я думаю, будет хороший инструмент, сторонний трафик и другие инструменты продвижения. То есть люди на природе все равно юзают Инстаграм по привычке, но значит Инстаграмом пробовать как инструментом. Ну, их множество, не я. То есть я знаю точно, что в субботу ни PPC не спасает, ни органика, ничего. Но это у меня. Есть другие ребята, у которых... В субботу отличное воскресенье продается. У меня трагедия, то есть в субботу провал идет, это день писара, все воскресенье уходит на восстановление. С понедельника опять что-то нормализировались, можно дальше работать. Ну вот так, ребята, все, давайте, наверное, закругляться. Да, два часа отбомбили, и так достаточно, я тоже считаю. В принципе, да, всем спасибо. Да, спасибо Денису, спасибо всем. До скорых встреч в эфире. Да, я так думаю, мы подытожим этот лайф у нас. Ой, лайф этот. Да. С этим, как форум пройдет, будет время, расскажешь на свежие впечатления, и вот по тому человеку по автоматизации, что будет информация. Да, с Романом рассказать. Я переговорю, и на тебя его выведу. Ну, переговорите, с ним договоритесь. Все. Добро, до связи. Всем все, пока. На свежие впечатления, пока. И вот по тому человеку по автоматизации.